Ну, будем начинать. По времени, в принципе, у нас уже все начинается. Всех приветствую. У нас очень много народу из разных стран. Но пока группа, на самом деле, небольшая набралась, потому что я всем обещала запись этого мероприятия, то, что у нас будет. Так. Поэтому в общих чертах, ребята, значит, сегодня я хотела раскрыть все ваши вопросы относительно обучения, относительно того, как оно будет проходить. И немного более подробно рассказать вам про сами факультеты и что они из себя будут представлять, потому что я понимаю, что по описанию, которое я оставила на сайте, там информации недостаточно все равно, чтобы понять новичкам. Но кто-то по ощущению ориентируется, кто-то так вот вторым чувством, но в основном людям нужно более подробное понимание вообще, что за материал мы будем изучать там. Сейчас еще камеру поправлю. Так, ну, прежде чем я расскажу про факультеты, так, все нормально, да, все. В общих чертах еще раз напомню, как будет проходить обучение. Значит, обучение будет проходить однозначно онлайн, потому что вы сами прекрасно видите, люди из разных стран. Мне очень много раз задавали вопросы. Некоторые люди говорят, что я не смогу приехать. Я вам говорю, ребят, никуда приезжать не надо. По той самой причине, что я понимаю, конечно, что у нас же совершенно с разных стран, это просто физически невозможно. Поэтому обучение будет происходить онлайн. Начало у нас будет с сентября месяца. 4 факультета, значит, по 4-5 занятий каждого факультета. Там определится количество занятий чуть ближе. В августе я выложу расписание всех занятий, нам будет ясно, потому что в зависимости от тем, я к августу постараюсь подготовить их, у меня может варьироваться количество занятий, но в среднем 4-5 занятий по выходным онлайн. Каждое занятие будет длиться не более 4 часов, потому что это физически немножко сложно. Все равно постараюсь до 4 часов. Там, смотрите, все занятия я буду проводить по субботам, но я это делаю специально, потому что в процессе обучения может возникнуть такие моменты, что мы с вами не успеем за один день все просмотреть и все сделать. Поэтому, возможно, я перенесу на воскресенье, и, возможно, в воскресенье будет следующее занятие, второе. Там будем ориентироваться уже по факту, реально, когда будет обучение. Возможно, по некоторым факультетам будет недостаточно дней в месяце, в одном месяце, поэтому будем добавлять в воскресенье. У некоторых, может, не будем добавлять в воскресенье. Если будем с вами справляться за субботу, значит, будет по субботам. Значит, вопрос номер два. Там вот именно порядок обучения какой будет. Я понимаю, ребята, конечно, вам хочется обучение, чтобы по каждому факультету было подряд, потому что вы будете заниматься, допустим, те, кто из вас будет заниматься один факультет, оно будет именно так. Но, видите, так как преподаю я одна, мне нужно определенное тоже пространство для работы, чтобы я могла преподавать вам фактически материал одного факультета по очереди, один за другим. То есть я буду проводить сначала обучение по одному факультету в месяц, потом по другому месяц, по третьему месяц, по четвертому. Это первый семестр, первое полугодие. Значит, у нас теория, второй семестр, второе полугодие, практика. Поэтому получится так, допустим, факультет вот космоправо будет первый в сентябре, значит, у нас юристы, космические юристы у нас начнут в сентябре, значит, первое обучение теоретическое будет первый месяц сентября, весь сентябрь по субботам, значит, 4-5 занятий по 4 часа где-то примерно, там в зависимости уже от того, как у нас будет информация появляться. Вот, и вторая часть обучения будет в феврале. То есть вы с сентября до февраля, то есть вы с сентября теорию изучаете, в феврале практика. Как будет проходить работа? Значит, с сентября я вас обучать буду, я потом вот разобью все пары, расскажу вам по факультетам, какие факультеты, по каким месяцам, сейчас чуть позже. Но смысл заключается в том, что, в принципе, общая последовательность одинаковая. И вот с сентября по февраль я вам буду задавать домашние задания. Но домашние задания достаточно серьезного характера, ребята, это вам как бы не просто так там просто посмотреть что-то, энергии поделать, практики поделать. Нет. Вот смотрите, у нас делится обучение на три вида. Это участники
ученики и мастера. Значит, это три вида обучающих, которые будут. Значит, участники просто любопытствующие, которым интересно познать, развиться, им что-то вот интересно, информацию знать, ради бога, участвуйте, присутствуйте, но участники до второго семестра не допускаются. По той самой причине, что второй семестр я уже буду обучать мастеров, я уже буду обучать людей для того, чтобы они работали с другими людьми. Поэтому во втором семестре я буду очень серьезно вас проверять. Практики вам даны будут серьезно, ребята. И особенно алхимикам вам нужно будет материализовать как минимум несколько событий в вашей жизни, разной сложности, в том числе события более сложного масштаба, поэтому на это нужно как минимум месяца 2-3 в любом случае, чтобы это реализовалось. Так что вот этот вот перерыв месячный, который будет, вы не обольщайтесь, что вы там будете бездельничать это время, вам нужно показать результат. Результативность всей теории, которую я вам дала, и это не просто практики, вы должны добиться реального результата. Я не к тому, что если вы не добьетесь, вас не допустят. Конечно, если вы желаете как мастер обучаться, я вас допущу, но все равно я вас всех проверять буду, смотреть, кто как сдал, кто как проявил свои практики. Я потом определюсь, как это будет проходить. Возможно, мы на семинарах это будем изучать. И на семинарах уже, ребята, я буду обучать вас как полноценных мастеров. Я вас буду учить работе с клиентами, особенности разговора с ними, особенности правильной работы с людьми. Там будет несколько потоковых лекций вот, общего характера, допустим, как там привлекать клиентов, как там деньги с ним брать, я не знаю, какую сумму, значит, и так далее. Такие моменты потоковых лекций, это для всех факультетов одинаково, поэтому в следующем, во втором семестре я подумаю, как расписание сделать, там у нас, может быть, сначала потоковые лекции будут в январе, посмотрим, я еще пока не определилась, а потом будут уже чисто по факультетам лекции, может быть, в феврале сделаем, посмотрим. Смотря сколько занятий будет. Во втором семестре занятий меньше. У нас будет по 3-4 занятия в зависимости от сложности факультета. И во втором семестре только практика. То есть вы делаете практику, я проверяю, рассказываю моменты практики, вопросы рассматриваем практического характера, практикуемся друг на друге. Я объясняю, как работать нужно, я вас всех проверяю, просматриваю, ну, посмотрим, как это организуем. Насчет выпускных экзаменов тоже, пока еще информация не точна, всех я вас проверять не смогу, но однозначно я буду проверять тех, кто собирается в школе Белого Лотоса работать и кто хочет стать учителями. Я вам писала, что я организую набор школы Белого Лотоса, и к моменту строительства школы, завершению строительства, я уже планировала туда приглашать готовых учителей. Но вот готовых учителей я буду точно проверять уже, а я буду проверять вас физически и фактически, будете сдавать по работе над другими людьми. То есть я буду смотреть, как вы работаете, насколько профессионально и так далее. То есть мне нужно обязательно отвечать за качество работы, тем более я вас выпускаю в свою школу. Я должна гарантировать, что вы достаточно профессионально работаете, у вас есть на это даже предрасположенность. Если, к примеру, вам не хватает опыта, еще ладно, набирается опыт, но хотя бы предрасположенность, вы в верном направлении идете. То есть у меня нет такого строгого, обязательно должен быть супер-пупер-фломастер, нет. То есть всему можно научиться, всему можно обучить. Единственное, чему нельзя научиться, это вот какой-то психологической базе вот, человеческого масштаба. Вот эти моменты я проверяю в первую очередь. Меня они больше интересуют. Вместо того, чтобы вы умеете, там не умеете, все эти сверхспособности, это все относительно на самом деле. Любой человек, интересующийся эзотерикой, в любом случае имеет сверхспособность. Его главная сверхспособность – это понимание эзотерики. Это уже сверхспособность, что он вообще ее слушает, понимаете? Вот. Но это показатель. Поэтому у меня нет намерения какие-то супер вас способности искать. Я для того вас их учу, этим способностям. У меня есть намерение проверить, как вы будете работать, как вы себя будете вести в той или иной ситуации. Так, значит, мастера. Вот уровень учеников понятно. Я буду выдавать дипломы. Ученики, которые не будут в школе Белого Лотоса работать, но все равно я буду выдавать дипломы, все равно буду вас очень серьезно проверять. Поэтому, ребят, не записывайтесь просто так на учеников. Работа будет серьезная, работа будет сложная. И там в стиле у меня не получилось, у вас не прокатит. Нужно обязательно, чтобы вы провели практику и сдали. То есть что-то у вас должно быть реализоваться. Понимаете? Потому что я очень много информации даю, большинство людей слушают ее для интереса, да? Вот интересно, там я рассказываю, к примеру, про какие-то вот аспекты жизненные, какие-то практики даю, там вот попробовал, не попробовал, получилось, не получилось, там хорошо или плохо, это один момент.
Но мало кто реально доводит эти практики до серьезных результатов. Практически никто с этим не работает. Я знаю, но это единицы людей, которые мне пишут, они взяли просто цель и решили с этими практиками дойти. Я обычно, ребят, этого никогда не требую. У меня нет необходимости требовать с вас исполнения практик. Да? То есть, ну как хотите, это ваша жизнь. Но здесь я отвечаю все-таки за ваш профессионализм как учитель. Я должна выпустить адекватных учеников. И поэтому здесь уж, ребята, мне придется вас проверять. Здесь я буду требовать реально не просто теорию, прослушали практику, просмотрели, попробовали 2 раза. Реальный, серьезный результат. И мне нужно его будет показать. То есть, как вы выполнили. В дальнейшем у меня нету цели, чтобы вы работали чисто по моим практикам. В любом случае, все, кто у меня обучаются, они знают, по какой схеме у меня происходит обучение. Я в обучении учу быть вас мастерами. И у меня нету таких готовых шаблонных практик. Вот делайте так-то, 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 у вас будет то-то. Там, как, не знаю, космоэнергетика, это хилинг. У меня такого нету. Я в практиках объясняю принцип. Я говорю, вот это вот работает по такому принципу. А дальше, как вы сообразите, применяя этот принцип, так у вас и пойдет масть. И в основном те, кто соображают, ну, в любом случае, это намерение, желание и включение мозга. И все, идет сразу включение интеллекта. И люди соображают и свою как-то технологию вырабатывают, своя техника срабатывает, но по главным принципам. То есть я вас обучаю базе, принципам, основе работы, но работать вы будете сами через свои практики и техники. Вот почему вы можете добиться результата. Тут я вашу работоспособность проверю, отсутствие лени и желание действительно добиться мастерства. Потому что в моей практике я не буду смотреть здесь, ребята, ни на знакомства, на свои, ни на какие там людей, которых я хорошо знаю. Здесь я буду реально всех одинаково оценивать. Будут исключительно люди, которые будут проходить и именно по обучению, по сдаче экзаменов. Значит, в учителей школы исключительно возьму духовных учителей. Здесь вот раз учителя, они должны быть учителями, иначе поток течения вот моего направления учения может немножко сбиться. Чтобы он был, естественно, настоящий, истинный, я вот хочу первую школу в жизни создать, где все профессионально и по-настоящему, а не там, так там, знакомые там чьи-то, еще что-то там, кто-то там долго практикуется, занимается магией, мне не важно, кто занимается долго магией, кто не занимается вообще магией. Главное, вот по вашему предназначению многие духовные учителя могут даже не заниматься вообще ничем. А в потенциале у них работа получается в десятки раз лучше тех, кто годами практикует. Поэтому, ребята, профессионализм в первую очередь. И вот божественное провидение, не знаю, как это объяснить, буду я на все это смотреть, на ваше предназначение души. Вот, но это уже позже. О мастерах. Мастерам я буду особое посвящение давать. С мастерами я буду работать вместе с группой параллельно. Но им отдельно, возможно, во втором семестре какое-нибудь занятие сделаю, где буду давать посвящение, где мы будем проводить какие-то работы, в зависимости от того, сколько мастеров у нас будет по количеству. Потому что, возможно, будет возможность как-то либо отдельно собрать, либо все-таки выездом на Алтай это сделать. Значит, ребята, да, заранее предупреждаю, значит, выезд на Алтай. Все равно школа строится, но планомерно мы уже будем перебираться на Алтай и стараться ежегодные фестивали там проводить. Надеюсь, со следующего года мы сможем хотя бы под шатрами с вами уже там что-то организовать, если там что-то построится. Вот, под шатрами уже что-то можно сделать. Вот, значит, в этом году у нас фестиваль с 3 по 6 августа. Но в этом году у нас фестиваль будет особенный, он будет только для поступивших, для студентов. Ребят, желательно всем новичкам присутствовать. Мастерам, я понимаю, может быть, информация будет не очень интересна. Для новичков будет крайне ценная информация. Там у нас будет несколько человек читать лекции по психологии, по эзотерике, по магии. В том числе я вот базовые по обучению буду лекции читать. Значит, это вот лекции самого базового нулевого характера для вот тех, кто новичок или кто вот только участник, чтобы вас подтянуть до уровня учеников. То есть вы можете, если у вас желание быть учеником, а вы там, допустим, не знаете, ничего не умеете, у вас есть возможность, понимаете, я вам могу вас подтянуть. Да, вам придется чуть больше работать, чем остальные. Некоторые будут схватывать сразу на лету, а вы будете еще догонять, но все равно возможность учеником есть быть. То есть, ребята, не ставьте на себе сразу крест, в стиле, о, я там еще до ученика мне далеко, я там буду участником. Если есть желание, занимайтесь, понимаете? Это вопрос занятий элементарно, и отсутствие лени и желания пробиться. Все возможности я вам для этого дам. Базовые лекции нулевого характера, типа как развить видение, что такое ощущение, психология, эзотерики, как понять там
чувство интуиции, предвидения там и веры, вот какие-то такие, ну, базовые моменты, знаете, там стиль возникает. Я не умею видеть, а как это представить, а как это ощутить? А еще бывает психология в стиле, я ничего не умею, как я могу быть мастером? Ну, такие самые базовые, знаете, моменты нулевые, там все задают стандартные эти вопросы, как только начинают в эзотерику окунаться. Вот там будет очень хорошая проработка, ребята, будет читать несколько людей, поэтому желательно на Алтай как-то скооперироваться. Значит, мы создали чат для всех, кого приняли на поступление. Вот сейчас он временный, он будет до августа действовать. Для всех, кто принят к поступлению, создан чат, где мы с вами будем как раз-таки объединяться. Я буду давать базовую первую информацию до августа. В августе будет создан новый чат уже для тех, кто поступил и оплатил. Для оплативших, чтобы там уже потоковые, там будут все группы для просто организационных объявлений. Я там объявления буду давать. Значит, в этом чате, который сейчас создан, мы будем обсуждать с вами как раз-таки пребывание базы на Алтае, поэтому желательно уже определяться. На Алтае заранее нужно бронировать места. Соответственно, все бесплатно, но дорогу, проживание вам придется оплатить, и мы можем организовать, созвониться, договориться с базой, но там нужно уже будет проплачивать им сразу в этот момент. Поэтому в чат заходите, уже начинаете думать, уже начинаете обсуждать эту тему, и потихоньку, может, мы с вами базу выберем и очень красивом месте где-нибудь дислоцируемся. Вот. Значит, на момент обучения у нас с вами будет потоковый общий чат для объявления общего характера и форум. Форум по факультетам. У каждого факультета будет свой раздел в форуме, где вы будете писать, общаться, спрашивать вопросы, отвечать друг другу, делиться информацией, и это потом информация на форуме останется. То есть даже вот те, кто будет покупать запись, кстати, насчет записи, в записи будет продаваться только теоретическая часть. Семинары в записи не будут продаваться, разумеется, в семинарах я буду смотреть людей. Возможно, только вопрос-ответ я там запишу, я точно пока не знаю, может, запись я сделаю. А насколько у нас будут плодотворные семинары с теоретической точки зрения. Там, где я буду лично каждого проверять, конечно, записи не будет, и проверять я лично каждого потом не буду. Единственный момент, посмотрим, может быть, да, аттестацию буду как-то организовывать. Возможно, я это своим учителям поручу уже, когда выберу учителей для своей школы, они уже будут заниматься вот этими подробностями. То есть, возможно, даже я буду единственный раз всего лишь проводить это обучение, а в последующем уже все, кто не успел, они уже будут через учителей моих проходить. Возможно, так. Там уже посмотрим, потому что я планомерно все равно буду отходить от главных дел, уходить больше в духовные материи. Все время я заниматься обучением не смогу. Но вот какое-то время я постараюсь плацдарм базу создать, чтобы вы могли уже двигаться дальше. Так, значит, это по обучению по чатам, по форумам. Так, это практики. Про участие я вам рассказала. Ну да, основное, в принципе, все. А, насчет обучения. Ребята, значит, обучаться можно по всем факультетам, как вы хотите. Можно сделать учеником, можно быть участником, вернее, вообще можно всех факультетов быть учеником. Здесь смотрите по своим силам. Если вы несколько факультетов берете быть учеником, вам придется домашнее задание выполнять, практики. Это вполне реально, вполне возможно. Не говорю, что это невозможно, но единственное, вам придется серьезно работать. Поэтому некоторые выбирают, допустим, один факультет учеником, а несколько других участником. То есть такое тоже может быть. Можете там два факультета учеником, другие там участником. То есть такое практика применяется, ради бога. Для участников, смотрите, вступительный экзамен. Вступительный экзамен, ребята, там некоторые, я смотрела, читала ваши ответы, и потихоньку проверяю, уж извините, кто затянулась. Там уже 100 писем, понимаете, у меня каждый день, я уже каждый день там по 50 писем, ну, считая ваши и другие, я просто не успеваю, поэтому я долго все дело проверяю, но я просматриваю вас, и там некоторые очень серьезно к этому делу подошли. Я не говорю, что это не серьезно, но я вам объясняла, что задача вступительных экзаменов заключается в первую очередь разглядеть вашу особенность, индивидуальность, на чем вы базируетесь, ваш потенциал и ваше отсутствие деструктивных каких-то побуждений в вашем характере. Поэтому, ребята, я там смотрела, несколько людей прям так среагировали на все эти вопросы. Ребята, в основном я вот подоплеку вашу проверяю. Ни ваши сверхспособности, ни ваши умения мне по большей части не интересуют. Еще раз говорю, я для того и обучаю. Я могу вас с нуля хоть обучать, всему научитесь, но на новичкам чуть-чуть подтянуться все равно придется, потому что информация у меня сложноватая. Но вот на Алтае будем как раз подтягивать новичков. Все лекции, которые там будут проходить, они будут в записи, но онлайн проводить их там не будем. Там интернета нету, это Алтай, ребята. Но желательно, конечно, вживую присутствовать, когда вас это будет слушать, будет намного лучше.
Вот, поэтому насчет отбора, да, немножко мысль у меня из головы вышла. Все-таки главный человеческий фактор. Для меня всегда был главный человеческий фактор. Для меня всегда все эти сверхспособности были не на первом месте. Понимаете, есть такое выражение: игра не стоит свеч. Вот игра свеч должна стоить. Вот, что касается эзотерики, магии и всяких духовных практик, очень часто все люди об этом забывают. Все уходят в какие-то способности, умения, а в итоге человечность теряют и забывают про элементарную психологию, культуру поведения и приличия простейшие, понимаете? Поэтому, ребят, мне вот это важно. Мне важно вообще, что вы из себя представляете, кто вы такой по жизни, да, что ты сделал для хип-хопа в свои годы, что ты вообще за личность такая, а потом уже, почему эзотерика и почему стараемся прикрыться эзотерическим знанием. Потому что, согласно общей психологии, вы знаете, что эзотерика — это форма сублимации личности при попытке убежать от реальности. Но частично, на самом деле, это правда, все равно отчасти какой-то малый. Но где-то там все равно психология прокрадывается, вот эти моменты надо просматривать. Просто реально бывают случаи, когда люди пытаются прикрыть свои комплексы этим делом. Но из них ничего толкового не выйдет. Понимаете, только эти фломастеры повелителей прерий, таких вон хватает в интернете, в мире. Мне вот эти фломастеры не нужны, мне люди нужны. Нормальные, человеческие, которые пошли сюда не из-за того, что им плохо, все пропало, а завтра станет хорошо, они все забросят. Понимаете, тоже есть такие. А которые идут все-таки в эзотерику, как смысл жизни. Тогда, если бы, вот задайтесь один простой вопрос, вот ученики, те, кто идут в ученики, вот если бы у вас в жизни все было хорошо, идеально, прекрасно, были бы деньги, здоровье, любовь, вы бы занялись эзотерикой? Вот это вот вопрос. Вот это для вас очень хороший такой вопрос, который определяет, насколько вы готовы себя этому отдать. Это смысл вашей жизни должен быть. Только тогда из вас получатся настоящие учителя, настоящие мастера. Вы должны быть ищущим, вы должны быть идти к поиску. Духовность заключается в том, что человек в поиске, что он ищет, что он желает что-то открыть новое, что он желает что-то познать и постичь, вне зависимости от того, в каком он уровне находится. Вот это вот главный критерий, он должен у вас быть, товарищи мастера, иначе, конечно, все это быстро закончится или закончится очень примитивно и обычно, как большинство людей пытаются либо заработать при помощи этого, либо стараются какие-то свои комплексы покрыть. А что мне очень не нравится, люди думают, что это очень легкий способ заработка. Это совершенно не легкий способ заработка. Это очень тяжелая работа, очень тяжелая профессия. Она требует профессионализма. И, к сожалению, вот из-за того, что все вот это вот развелось, и куча всяких таких мнений можно. Вот, это касаемо вступительных, что я требую от человека, что я хочу видеть в вступительных экзаменах. Так, ребята, там уже начали отвечать на вопрос, да, ну, молодцы, вот кто все равно бы занялся, понимаете, что это уже глубокое такое нечто, это уже стиль жизни, образ мышления, это желание что-то обрести. Например, у меня желание было найти истину, ну, в смысле, правду, я все время хотела разобраться. Вот эти всякие эти пришельцы, меня достающие инопланетяне, похищая, мне хочется разобраться. Вот у меня этот путь, он движение познания, вот он огромный, порядок навести. Не только в голове, в обществе, в мире, во вселенной, повсюду. Вот он привел меня, соответственно, к такому мастерству. И видите, мастер, на самом деле, настоящий мастер, отличается от псевдо-фломастера всего лишь одним единственным моментом. Настоящий мастер всегда сам развивается и растет. У него цель заключается не в преподавании, а в какой-то личной, вот у него личная какая цель в познании, в постижении есть. Он идет за собой, параллельно тащит людей, но сам всю свою жизнь меняет для того, чтобы достигнуть эту великую цель познания, там, духовную цель. Вот он мастер. А фломастер — это человек, который: я владею магией, я умею, давайте, короче, ко мне приходите, сейчас я вам наколдую, все поделаю. То есть они в основном люди зарабатывают, но это не мастерство. Это как раз-таки что-то вот он умеет, молодец, конечно, что-то ему там дано было, может, в прошлой жизни, но в этой жизни так особо не парится. Таких людей очень много, и вот это снижает уровень профессионализма и порождает всякие люди в нашей профессии, к сожалению. Я буду отслеживать этот момент, потому что я хочу настоящих профессионалов выпустить, которые будут по всему миру известны, и о которых будут все говорить. Чтобы вы у меня потом пошли самостоятельные, независимые учителя, но вы были профессионалы. То есть я вам базис хороший задам. Так. Ребят, университет и школа нужны как раз для того, чтобы вас научить. Поэтому вот я ничего не умею, это не ответ. Я вас для чего учу? А чтобы вы умели. Вот, давайте по факультетам пройдемся в общем плане. А что из себя представляет каждый факультет примерно? Так, ну, начнем с факультета целительства, хотя он, конечно, не по порядку, можно по порядку начать.
Давайте космоправо начнем с сентября. Значит, космоправо у нас в сентябре начинает сначала. Юрист самый первый. Сентябрь-февраль. Сентябрь по февраль. Космоправщикам задание дам сразу сложное, говорю. Вы должны будете заключить несколько договоров и контрактов на межпланетарном уровне. Это у вас будет ДЗ. Я потом проверю по состоянию планеты, что вы там натворили. Ну, я шучу, конечно. Но вообще это отразится. Если будете какие-то контракты заключать планетарного масштаба, на планете это прочувствуется, это можно будет проверить. Ну, посмотрим, какие задания вам дам. Но задания сложные, я понимаю. Но обучение будет нелегкое. На самом деле, смотрите, у меня очень много поступивших, я всех вас смотрю. Очень много поступивших на космоправо записалось, которые не совсем понимают, что из себя этот факультет представляет, и я вижу, что космоправщики из них не получится. Дело в том, что вы представляете этот факультет с точки зрения ума, знание законов, прочитал там закон в книжке и по закону действую, зубрежка такая. Но здесь космоправо факультет очень абстрактный на самом деле. И здесь вам понадобится умение работать с визуализацией, с представлением гораздо больше, чем с другими факультетами. Сейчас объясню, почему. Значит, там у нас будет 4-5 занятий, уже ближе к самому началу я буду точно знать, я вам напишу расписание, как во всех универах, как полагается, в августе будет вывешено расписание на доске, да, вы все узнаете в августе. Значит, есть такой момент, что я вас буду обучать, видите, вот этих законов, вот у нас будет занятие по обучению, по изучению базовых законов, основные, ваши основные права, основные законы Вселенной, базовые, ну там их несколько всего лишь, они на самом деле небольшие, но вообще законов огромное количество, безграничное количество, множество миллиардов законодательной базы. Если мы с вами будем касаться локальных законов инопланетного характера или будем касаться даже планетарные наши законы, но есть там что-то вроде конституции. Дальше законодательных баз очень много здесь планетарного характера. Потом в каждой стране своя законодательная база, потом между ними, вот я вам буду объяснять общий характер коллизии, конфузии, когда там эти законы сталкиваются между собой, когда у них там есть противостояние. Значит, есть законы ведения боя. Это, кстати, в магии очень хорошо знать боевым магам. Есть определенный закон, как происходит драка между магами. Если вы знаете, как это работает, то можно на самом деле не то, что использовать силы врага против него самого, там все равно честный бой идет. Но вот те, кто не знает этих законов, очень круто попадают потом в итоге, проигрывая войну или как-то вот перестрелку между магами, или как-то неправильно себя проявляя. Вот, но это сообразно карме. То есть вот ты натворил типа гадости и получил взамен, да? То есть мы знаем, что есть такой закон кармы. Ну, такой базовый, самый простой закон. Вот в боевой магии тоже есть такие базовые законы, как кто себя должен вести. Там вначале определяется сфера войны, определяется орудие, при помощи которого происходит война, сфера, в которой проникновение. Если второй воюющий маг не знает об этих законах и нарушает их в процессе боя, то он может бой проиграть автоматом. И в итоге, если там прописано изначально, что при проигрыше он обязан дать какую-то силу или какой-то дар, второй воюющий забирает его дар. Понимаете, даже война не состоялась, а уже он проиграл. Вот эти моменты, кстати, очень часто маги попадают в них, и очень круто. И их нужно знать, это элементарные его законы боевой магии, законы равновесной силы. Есть возможность суда, осуждения, призыва равновесной силы. В случае, если вас кто-то незакономерно осудил, неправомерно и нереально, то вы имеете право потребовать у равновесной силы или, по-моему, силы, которые наказание оказывают, как же она называется-то, у нас это прокуратура, а есть такая сила, которая осуществляет наказание. Значит, можно к ней заявлением потребовать, заявить и сказать, что вас неправомерно осудили, вам, значит, там бросили по жизни какую-то там ужасную карму, там не проклятие, бывает сглаз какой-нибудь, особенно нас любят там какие-нибудь заговоры, там черномагические сглазы кидать, неправомерно, не по закону. Они это делают на основе, ты меня обидел, видел, оскорбил, значит, я, и призывают закон как бы тебя проучить, а на самом деле так они были неправы, а не ты, то можно призывать как раз к этой силе, и таким образом сила прокуратуры, не знаю, как это назвать, осуждающая сила, реализующая сила наказания, реализующая, там есть палачи тоже свои, она обернет это наказание против того человека, и он будет должен платить трижды. Но чтобы это сделать, нужно это сделать корректно, правильно, через нужные органы воздействия.
Но вот такие основные законы я могу вам рассказать. Но видите, в чем проблема в исполнении этих законов? К сожалению, люди думают, что они могут там проговорить про себя, что-то и произойдет это. Если бы так оно было, вы бы давно уже от всех этих проблем избавились. Нужно уметь призывать эти силы, вступать с ними в контакт и разговаривать. И этому я буду учить через медитацию, через ощущения, через чувства. То есть вы должны прочувствовать, ощутить и понять. Но это еще не самая сложная задача в космоправе. Самая сложная задача – я буду вас обучать читать законодательные томы в библиотеках космического порядка. Вот этому вы обязаны учиться как хороший юрист. По той самой причине, что всех законов вы не узнаете. Ну что я вам расскажу? Ну базовое то, что я встречала в своей жизни. Вы знаете, сколько их может быть. А вот в своем вступает земная цивилизация, у них своя законодательная база огромная. И понимаете, вы помимо законодательной базы, у них еще есть правила, установки, вы с ним начинаете разговаривать. Откуда вам знать все законодательные базы всей любой цивилизации космической? Но это нереально просто постичь человеческим умом даже, не то чтобы запомнить, понимаете? И здесь нужно уметь заходить в библиотеки, открывать нужную книгу и читать. Читать, что там написано, как нужно правильно общаться. Я очень часто так бывает делаю, когда ко мне приходят непонятные инопланетяне, от меня что-нибудь требуют. Я захожу в библиотеку, читаю их правила общения. Я понимаю, что им надо, и в соответствии с этим правилом начинаем им, я не знаю, понты гнуть там в стиле, что вы обязаны, вы должны, они всегда так все удивляются, откуда я это знаю, что они обязаны, а что они должны. Вот те же серые, у них тоже есть определенные протоколы общения, но они делятся там. Значит, есть вот эти случаи нападения, они нарушают законы, там нужно обращаться к посторонним силам, которые восстанавливают нарушение этого закона. Но в случае вступления в контакт, серые тоже иногда общаются, вступают в контакт. То есть, если мы берем рептилоидов серых, у них есть такая позиция или опция, как переговоры. Это происходит не всегда, а в случае надобности. Вот в случае, если у вас столкнетесь вы с переговорами, в данном с ними конкретно, с паразитарными расами, у них тоже есть протоколы общения. Этот протокол общения нужно знать, чтобы вы могли из этого что-то вывести. Вообще инопланетяне очень любят образованных, подкованных, юридически подкованных людей. И очень чмырят тех, кто юриспруденцией не владеет. Значит, я вас буду учить, как в эти библиотеки заходить, опять же, через медитации, буду давать посвящения, буду открывать вам каналы, давать ключи сознания. Работа крайне сложная. Это магическая работа. Я вас буду прокачивать очень сильно. Мастера здесь поймут, сообразят сразу, они умеют входить во все эти пространства. Ученики придется догонять немножко, придется эти ощущения развивать. Те, кто отстают, ученики, нолевички, вам придется это еще тренировать. Вот видите, у нас от сентября до февраля будет перерыв. Вот до февраля вам надо будет тренироваться там, натренировывать это постижение законов. Я вам дам несколько домашних заданий, где я буду проверять, чтобы вы эти законы смогли прочитать. Может быть, даже вам буду в заданиях, я не знаю, предлагать какие-то расы там космические, и буду требовать с вас изложения их протокола, чтобы вы его прочитали и изложили. Да, сложно, ребята, но вы должны быть профессионалами, если вы хотите в этом факультете работать. Вы должны помнить одно. Факультет космоправа – это первый факультет, выпускающийся, не знаю, в нашем мире – в таком контексте. То есть, если мы берем другие факультеты, целительство, частотная энергетика, алхимия, полно еще специалистов, магов в этой сфере. В сфере космоправа специалистов практически вообще нет, даже не практически, вообще нет. То есть, вы первые будете, вы будете первенцы. Вы можете даже себя позиционировать клиентам, что вы самый первый, единичный вариант договорщика, переговорщика. Но это как-то, как это спозиционировать, я вам объясню. Как вы себя обзовете, как вы себя подадите клиентам. Конечно, не космоправы, им это непонятно, им надо как-то по-другому, попроще это описать. Все это мы с вами придумаем, все это я вам скажу как раз на семинарах уже, на практических, как вы себя будете там называть и как вам себя подавать нужно. Но специалистам вы должны качественно быть в этой сфере, и космоправщики не могут быть профессиональными специалистами без умения читать в библиотеках. Ребята, здесь все равно не бойтесь, я не буду вас так церберить и жестко проверять, я понимаю, это очень сложная информация даже для тех, кто видит и чувствует, и вам для этого нужна практика, но буду именно церберить жестко тех, кто захочет в моей школе преподавать. Вот те, кто в школе захочет преподавать, тут я вас буду проверять действительно, насколько вы из библиотеки
библиотеками соединяйтесь. Но при том, что у меня есть образное мышление, я говорю на тысячи языков инопланетных, и инопланетяне очень часто меня приглашают в качестве переводчика, я умею переводить вашу информацию, поэтому мне не обязательно говорить прям точь-в-точь, что я там вижу. Я просто по образному мышлению примерно, я совершенно по-другому мыслю, не как обычные люди, я примерно увижу, насколько вы четко понимаете закон. Поэтому просьба не бояться, не трястись, а пробовать, стараться, пытаться и учиться. Лучше вы попробуйте, чем не попробуйте ничего. Потому что вот эта вот трусость есть, ой, я там недостоин, я там не заслужил, давайте вот это выключайте. Я вам даю возможности. Делаем, работаем, стараемся. Что вы можете, что у вас получится, это покажет жизнь. А ваше дело стараться и пытаться сделать, смочь лучше. Вот, и самое большое. Значит, в чем у нас плюсы? Ой, так, сейчас я отключу, что-то не включилось. В чем у нас еще плюсы космоправского факультета? Самый большой плюс этого факультета будет заключаться в том, что я вас буду учить выходить на космические каналы. Вот этот навык, ребята, вы нигде не получите. Что такое космические каналы? Ну, вот это, к примеру, что если вы сидите здесь на планете, я вам скажу, свяжитесь, пожалуйста, мне с планетой Юпитер. Ну, к примеру, вы можете, конечно, подумать о планете Юпитер, представить планету Юпитер, но как вы можете выйти на физические энергии планеты Юпитер, если вы никогда там не были. Это огромная сложность. Практически никто это не может реализовать, и я вас всегда учила, что лучше быть физически на месте, чем мыслить телепатически, что я там, я все равно там мысленно, 10 раз вы там мысленно. Я просто по практике, по опыту своему знаю, вы там мысленно и вы физически, это две разные истории. Но, тем не менее, если мы возьмем тоже Юпитер, конечно, физически там побывать, ну, с нашим уровнем пока невозможно, и, к сожалению, приходится изощряться. Есть методы, при которых мы, ну, не сколь физически можем там побывать, но подключиться к физическим энергиям духов, покровителей той планеты, физическим духом. И этим знанием владеют шаманы Америки, как раз таки американские индейцы. Почему я в Америке очень много энергии беру? Потому что мне нужно связываться физически с другими планетами для решения своих проблем. К сожалению, Россия, земля русская, дать мне этого не может. И мне покровители русские так и говорят: извини, это невозможно. Я говорю: извините, конечно, а что мне теперь дальше делать? Жить вот по вашим возможностям? Я говорю: я здесь повешусь, если я буду жить только в рамках возможного. Поэтому я вот сегаю в Америку, хоть все там и не любят, все говорят: ты американизируешься, но на самом деле это не так. В Америке у меня есть возможность подключиться к другим планетам, на выбор, который я желаю, оттуда закачать энергию, договориться с местными духами, решать вопросы таким образом, чтобы перемещаться между планетами. То есть, если вы хотите в своей жизни когда-нибудь летать на другую планету физически, войти в контакт с пришельцами другой планеты, вы должны уметь выходить на энергии этой планеты. Значит, это чистый шаманизм, ребята, и в космоправе первое, что я буду объяснять, вот этот шаманизм, обучать вас этой технологии. Достаточно сложно, но очень полезно для участников, вообще вот все полезно. Участники, участвуйте везде. Участников я минимальный отбор, я буду смотреть. Единственное, чтобы у вас человеческие качества были в порядке. А так участвовать можете все абсолютно, везде участниками выступать. Но единственное, второй семестр участников не пущу, потому что, ребят, там я уже буду обучать таким моментам, как работать с клиентами. Там, конечно, только для тех, кто будет с ними работать. Так, что у нас следующее? Ну, главные инстанции, к которым следует обращаться, но это я в общих чертах все равно это вам буду рассказывать, там порядки иерархии сущности, с которыми нужно общаться, тоже я вам это буду рассказывать, и порядки заключения договоров. Есть правила заключения договоров. Договора бывают разные, в зависимости от инопланетной расы, с которой вы общаетесь, разного вида бывают, бывают двухсторонние, односторонние договора разных планет и действующие договора на этой планете и на другой. Здесь мы с вами будем изучать дьявольскую магию, как раз-таки договора о продаже душ, продажные договора, это самые главные, основные договора марсианские, планетарные наши здесь, которые здесь очень хорошо работают. Есть другие договора земные, но земные самые простые, кстати, договора, у марсиан они посложнее. Самые сложные договора я встречала у серых. Удивительно, я выходила на энергии серых, вернее, не на самих серых, а на их духов, как это называется, духовные планы, я не знаю, но он у них есть тоже. Он у них, может, демонический такой весь, жесткий, черный, но он у них есть. Я выходила на их демонический план, чтобы договориться о каких-то вопросах. У них очень интересные, очень грамотные договора, мне это очень понравилось, я впервые увидела настолько прописанные качественные моменты. Есть там аспекты, как вы должны заключать договор, есть моменты, где требуется только заявление, договор не нужен.
Там тоже нужно это знать, как разговаривать, как вести себя, ну, в общих чертах, разумеется. Самая главная задача здесь вас научить мне получать информацию из библиотек и научиться читать ее и пользоваться ей. Это моя основная задача в факультете космоправа. Все, что я дополнительно расскажу для ознакомления, все это, конечно, интересно, практики, да, но главная задача, чтобы вы научились этому. Также открытию космических каналов еще. Но здесь это уже вторично. В космоправе открытие космических каналов, оно хоть и краеугольная такая тема, но вторично по той самой причине, что вы можете работать с имеющимися космическими каналами, вам это может быть достаточно. Открытие космических каналов я буду давать для того, чтобы для тех, кто захочет дальше пойти и развить этот факультет вообще до суперкрутости, в принципе, вы можете сами вступать в контакт с другими планетами, договариваться о поступлении сюда энергии, о поступлении душ на воплощение даже, о решении общих межпланетарных вопросов. Это огромная политика, на самом деле, межпланетарная. Там можно зайти в глубокую политику космоса и даже определить положение Земли относительно других сил космических, взаимоотношения инопланетян с планетой Земля, какие души здесь могут воплощаться, каким душам дозволено здесь воплощаться, правила определить, все это через договоры решается, через политические переговоры разных сторон. Переговоры ведутся обычно с энергиями духов планет, с планетарными духами. То есть вы не с самими существами ведете переговоры, они исполнители. Вот мы с вами реализаторы воли, да, планета Земля, она как-то общую волю реализует, а мы ее проявители. Вот на других планетах точно так же, в том числе на планете Серых. То есть с их планетой тоже можно договориться, вопросы порешать. Эта политика очень сложная, высокая политика, но про политику, ребята, я вас в общих чертах только расскажу. Обучать я вас этому не буду, по той самой причине, что для этого нужно важное мастерство. Большое, вернее, мастерство. Здесь знаете, как лучше сделать? Вот космоправщики, которые будут у меня заниматься, я периодически вообще, наверное, по всем факультетам буду делать что-то вроде повышения квалификации. То есть будет появляться новая информация, и я буду буквально проводить там, ну, 2-3 лекции по космоправу, новые лекции, да, повышение квалификации. Там уже у вас хоть опыт будет, вы уже наберетесь опыта, у меня информация какая-то появится. Я, может, политические какие-то моменты буду вам рассказывать. В том числе вот эти политические моменты, которые решала в США, я многие из них решала тоже, договариваясь, решая вот с серыми. Периодически я общаюсь там с рептилиями, стараюсь как-то политику сдвинуть, с серыми сдвинуть, чтобы они, допустим, нашу планету так не третировали. Это надо решать через их духов, и там нужен обмен совершать определенный, чтобы это произошло. Вот. Но об этом позже. Политика вещь сложная. Начнем хотя бы с элементарной. Должно уметь читать законы и правила инопланетные. Там есть правила, есть пункты по правилам, да, есть законодательная база. Запись всего, то, что сейчас говорю, будет. Запись обучения, еще раз говорю, будет только теоретическая часть. И второй семестр, ну, вопросы-ответы, возможно. А практическая часть, где я буду вас обучать, запись не будет. Так, второй факультет. Значит, у нас по времени идет октябрь-март. Это частотная энергетика. Тоже где-то 4-5 занятий. В принципе, у нас там везде, по-моему, одинаковое количество, кроме целительского факультета. Врачи учатся дольше. Это вот правда жизненно, знаете, да? Так, 5 должен где-то 5, 4, 5, да. 5, 6, может быть. Ну, посмотрим, там 4-5 где-то занятий, в общем, там плюс-минус по занятию. Значит, частотная энергетика – это, конечно, боевая магия, я вам сказала. Частотники, на самом деле, в первую очередь, с чем они будут работать, с чем вы столкнетесь, товарищи частотники? В первую очередь вы столкнетесь с рептильными атаками, под ключками серых, с нападениями серых, с рептильными нападениями, с нападениями инопланетного характера, с внедрениями программ на генетическом, на физическом уровне, когда прописывают программы физику. Это, на самом деле, самое страшное, что бывает при нападениях, чего больше всего люди боятся, когда прописывают все в физику. Мне очень много обращаются клиенты, вот недавно видео есть, не надо, как раз вот с проблемой физического характера, когда они ходят по мастерам, никто им не помогает, ничто не спасает, мы все здесь умрем, короче, паника, все пропало, годами мучаются, не могут исправить, а причина лишь в одном, им сменили частоту в теле, как по тумблеру, переключили частоту, и у человека прописана программа в теле совершенно другая. Частотники, вы как, я не знаю, защитники и чистильщики одновременно, это и убийцы, и зачистка, и убийство, как говорится. С одной стороны, частотники способны даже убить на расстоянии. Это правда, это все-таки боевая магия. Но это если развить. Опять же, убийство – это все равно как политика в космоправо. Это, для этого надо дойти на расстояние, частотно там отключить человека, или, ну, не человека, а существо, сущность. В принципе, в идеале,
Если вы разобьетесь, ребят, частотники, для вас даже предоставлю базу. Частотники в свое время собираются обычно группами, они способны мочить чуть ли не инопланетные базы на расстоянии. То есть это если развить до хорошего качества, можно круто там всех мочкануть. Вот. Но это если мы прям в развитии массовом, если это как-то в крутом, вернее, если это как-то вот не развивать до такого уровня, хотя это понадобится в будущем планете, вообще этой планете нужно защищать, планету нужно уметь создавать купола защитные, нужно уметь атаковать, нужно уметь внедряться и наносить удар различным схемам, и нужно уметь противостоять всем формам инопланетных нападений. Частотники все это будут уметь. На более примитивном, простом уровне частотники все равно обладают частью целительства. Они небольшие целители, потому что есть частотники на две части, я поделила, на боевые маги и хирурги. Хирургия, она, знаете, как ножом резать. Есть частотники, которые способны вынимать программы из тела, потому что те атакуют все равно, внедряя различные программы, чипы, микросхемы. Частотник должен уметь обнулять чипы, микросхемы, снимать программы. Программы в том числе на болезни, программы на старение в идеале, то есть снятие вообще вот таких серьезных программ. Программы раковых опухолей, серьезных заболеваний, радиации, реагирования на различные эффекты. То есть в идеале, конечно, если вы научитесь владеть программами тела, то вы сможете, ребята, даже чуть ли там не отключать, я не знаю, реакцию на холод, там, я не знаю, в теле рост волос включать, ну, к примеру. Но это, конечно, в идеале развитие из тех, кто предрасположение есть огромное. То есть одно из направлений вот, факультета частотной энергетики у нас будет работа с программным центром тела. Это в том числе и иммунный центр, это и нервная система. Вы должны будете научиться управлять нервной системой тела и должны будете уметь строить иммунную систему тела. Иммунная система тела – это как космический корабль. Управление ею – это управление всем бактериальным фоном тела. То есть однозначно вы должны уметь составлять свое тело по запчастям. И я вас буду учить работать с программным центром тела. Помимо этого, я вас научу очень сложной технологии, которая используется в правительстве. Это умение создавать свои собственные частоты как ключи. Умение генерировать ключи активационных кодов. Генерация ключей. Взлом матриц, взлом систем, взлом компьютерных центров для того, чтобы вы могли получить доступ к различным источникам энергии. То есть здесь частотников можно разделить на много направлений. Это шпионаж. Это и силовые действия, это и лечебные, целительские действия. Тут уж какие у вас предрасположенности, туда вы и пойдете. Опять же, наверное, частотником я буду потом повышение квалификации устраивать. Но смысл в том, что на базовом уровне всего этого мы изучать не будем. На базовом уровне я вас изучу основам. Я не буду вас там шпионажу и мочилову инопланетных баз обучать. Но в будущем, если наберутся потом, опять же, мои ученики, которые вот освоили частотную энергию вот с точки зрения мочилова там, да, и захотели там помочь человечеству, я для вас подготовлю какие-то лекции, дополнительный курс, где я буду рассказывать, как нужно проникать базы, как их мочить. Базы на других планетах. Там есть технологии, на самом деле, необходимость связи с планетой, немножко шаманизм. Но можно вычислить местонахождение любой базы на другой планете, обнаружить ее, найти уязвимое место и уничтожить. Знаете, как в фильме, это, как его там, «Звездные войны», когда они там звезду смерти уничтожили одним точечным ударом в ее генератор. В общем, в принципе, такое возможно, но это, конечно, надо развивать. Вот. Значит, взломщики. Взломщиков не знаю, может быть, не буду вас развивать. К сожалению, очень много среди взломщиков параши всякой ведется, людей, которые начинают использовать этот навык совершенно не во благо. К сожалению, это основа НЛП и гипноза правительства, которые они используют полностью для того, чтобы взломать вашу систему самозащиты, вашу систему иммунитета и навязать вам какую-то там позицию, навязать. То есть это используется для навязывания, для подавления воли, для нарушения воли. Очень редко, когда для восстановления, я бы вас по большей части лучше учила бы сначала восстановлению целительства. Взломы я буду, если учить, то, наверное, только избранных людей, которых я лично увижу, познаю и пойму, что вы проверенные люди, я вам могу доверять, что я могу вам такую информацию доверить. Все равно у меня есть информация, ребят, которой я вообще никому из вас не рассказываю, но в будущем планирую уже, когда я вас немножко подфильтрую, передавать очень важную информацию людям, это не близкого круга совершенно, а именно людям, которым я могу доверять, и я вижу, что они используют эту информацию корректно, я передам очень большие глубокие знания, дальше они все равно будут распространять как-то в другом варианте, вот, но все это будет позже.
Значит, в основном целить бы я вас учила снимать программы, обнулять. Программа «Двойное зеркало», которое прописывается в глазу и вызывает ужасную ненависть, раздражение к другим людям, неумение видеть по-настоящему людей в истинном свете. Все программы болезней различных, вирусных заболеваний. Вот это все нужно тоже снимать. Программа старения, внушения, манипуляции, управления. То есть вот эти вот базовые программы будете учиться снимать все равно. Так, ну и работа с магнитными полями, планетарными, планетарные объекты, вихревые потоки, магнитные поля в основном. С магнитными полями работа, я вас научу работать с магнитными полями, это на самом деле планетарные энергии, это энергии планет, это очень мощные силовые энергии, и они используются как в боевой магии в основном, так и в целительстве тоже. Опять же, ну, целительство в стиле такого потока, снести просто цунами всю нечисть, понимаете, вот такого разряда целительства, просто уничтожить ее, сжечь в огне пламени. Вот это целительство частотной энергетики, оно так работает. Ну и, разумеется, базовое самое хирургическое оружие – это лучи света, магия драконов, лучевая магия. Вы, как истинный хирург, должны уметь отличить скальпель от ножичка, этого не знаю, еще что-то. Это лучи света, различные лучи, каждый выполняет свою функцию, имеет свою частоту. Есть лучи света этой планеты, есть лучи света других планет, есть спектральные, заспектральные лучи. Базовую информацию дам, разбираться, опять же, будете сами, потому что там знания безграничны, у каждой планеты своя лучевая спектральная форма. Мы будем использовать наш спектр. В нашем спектре не так уж и много, но вам желательно, конечно, для примера привести спектр еще других планет, я приведу. А вообще, в идеале, вы должны спектры любой планеты сами уметь отличать. Вот это мы будем с вами познавать. Поэтому этому я вас научу. Работа с драконьей магией. С драконами работать будем. С лучами света. Ребята, частотники при выпуске у меня никогда больше в жизни не должны испытывать проблем рептильных и серых подключек. Никогда. То есть я вас учу бороться с частотами работать, я вас там обучу подробно всем этим подключкам, инсектоидным и так далее. То есть вы должны быть профессионалы этой области. Как только вы выпуститесь как мастера, в первую очередь все страдальцы от атак серых и рептилоидов – это ваши потенциальные клиенты. Понимаете? То есть и задачи у вас, домашние задания у вас будут серьезные. Я постараюсь найти, организуем какую-нибудь группу для поиска волонтеров, волонтеров, пострадавших от атак, я вам постараюсь найти, которых вы будете проводить работу, я вас буду проверять, то есть посмотрим, как мы там подберем техники, практики, опять же, пока я еще домашние задания не составила полноценно, но возможно так, возможно будете у меня, я возьму какие-нибудь случаи посложнее, там тяжелые случаи, и с ними будете бесплатно работать, они будут даваться вам за бесплатно, потому что вы будете пробовать себя, я буду проверять, насколько вы с частотами справляетесь. И ребята, кстати, частотники, один момент такой, когда имеете дело с частотами серых и рептилоидов, если вы не в состоянии их снять, то они, сразу могу сказать, заразные, они перепадают. Но это даже хорошо, это специально вам так и надо, если вы хотите стать учеником, вы должны хоть раз переболеть этой болезнью, иначе вы никогда не выработаете иммунитет. Настоящий профессионал, который, это как вояка, понимаете, истинный вояка, он когда-то хоть раз должен побывать в бою. Поэтому это не факт, что вы заразитесь от них, но есть такая риск, что вы можете от них заразиться. Сразу предупреждаю, я вам буду сложных клиентов давать, инопланетные подключки все заразны, они все переходят, сразу вы начинаете смотреть, его сканировать, от него там перепрыгивает к вам. Если сделать что-то неправильно, оно будет заразно. Но, с другой стороны, это хорошо, на себе наглядно, лучше это исправить. Вот, ну не переживайте, я все эти подключки проходила, всю эту прививку, вакцину себе ставила от них. Все это не смертельно, тем более я вас буду обучать, если там что-то перепадет, мы вместе, совместно будем снимать все это, все группы это все прорабатывать, перебаливать это все. Но вы и у меня должны вообще полностью обладать полным иммунитетом к рептилиям и к серам. То есть и к инопланетянам, ко всем, но к этим в первую очередь. То есть у вас должен быть иммунитет. К концу нашего обучения он должен выработаться. Вот, поэтому вы не должны бояться, как, знаете, врач не должен бояться больных, что он от них заразится. Вот вы не должны бояться больных. В конце, когда вы владеете этим технологиями, я расскажу, там есть пару хитростей, как работать с этими серыми и с рептами. Я, в принципе, это проходила. Это всего две маленькие детальки. Вот про серых недавно одну деталь рассказала. Если к ней будете прибегать, я потом подробнее опишу. Все это решаемо. Очень быстро все их подключки снимутся. Главное, с нужного хода заходить. У рептилоидов
стероидных подключек тоже есть одна хитрость, через которую никто не может перешагнуть, из которой они всех вас нагибают. Зная эту хитрость, вы любые рептильные подключки согнете. А дальше, товарищи шестотники, вы пехота, понимаете? Дальше вы можете не бояться абсолютно ничего. Вы можете даже не бояться гипноза, воздействия на вас, там каких-нибудь НЛП-шных штук, или вы даже можете ходить в какие-нибудь, я не знаю, как это называются там, секты без страха абсолютно. Вы можете ходить даже... Вот вы некоторые у нас есть энергеты и эзотерические школы, которые на самом деле, я не буду называть, очень знаменитые, общеизвестные эзотерические школы, где просто подсадка рептильных подключек делается, подсадка подключек. Вот, ребят, вам будет не страшно ничто. В огонь и в воду будете входить к ним, еще перестраивайте всех этих всех частот, еще им глаз там давать обратно сдачи, и они на вас действовать не смогут. Там полетят головы просто. Поэтому вы, с одной стороны, такие очень брутальные вояки, будьте частотники, и не должны бояться ничего. Вообще бесстрашие, понятно, бесстрашные. Как слышали, вернее, знаете, такой фильм есть, как он называется, там, «Деление на фракции». Вот там есть фракция бесстрашные, да? Вот это вы частотники. Потому что даже если вы какими-то мелкими работами будете заниматься, снятие программы и так далее, все равно эти программы тоже могут быть заразными, тоже могут переходить, никакой трусости быть не должно. Я вас учу бороться с этим всем, значит, никакого страха не должно быть. Частотники, в первую очередь, копальщики в подсознание. Вы подсознание будете выгребать лопатой. Никаких страхов быть не должно. Тогда вы сможете действительно высот больших добиться, вы сможете мощными вояками стать, мочить этих серых с рептами пачками. Я вот даже научу, как рептов мочить. Всех вы будете их просто там мочить в сортире, везде приходить, везде победитель и как бы защитник мощный. Поэтому это что касается частотников. Так, ребят, вопросы позже. Давайте я сейчас отвлекаться не могу, вы пока между собой там общаетесь. Ребят, давайте не осуждать, потому что частотная магия – это боевая магия есть. Космоправо – это магия договоров. Там вот мы с вами переговариваемся, решаем, давайте договоримся, давайте найдем общие похожие стороны друг на друга, выгодные, обоюдно выгодные друг для друга. Это мы космоправщики будут делать. Частотников – это уже второй этап. Понимаете, когда вы не договорились, когда на вас просто нападают, надо давать сдачи. Это делают частотники. Космоправщики до этого момента договариваются. Поэтому вы не осуждаете никого. У каждого свое место в этой жизни. Да, у каждого своя позиция. Значит, следующее у нас будет... с вами. Это алхимия событий. Ноябрь-апрель. Значит, в ноябре первое начало, апрель у нас практическое задание. Ну, алхимия событий — это такое волшебство, такая магия. В алхимии событий у нас все прекрасно, все замечательно, феи, цветочки. Но алхимия событий, опять же, требует очень хорошо работающие мозги. В алхимии событий, алхимия — это наука. Наука математического, геометрического характера. Здесь должны быть, знаете, такие, как сказать, ботаники в очочках. Потому что в алхимии событий самое, что сложное, это алхимия. Это связать событийную ветку таким образом, чтобы угодить всей Вселенной и не нарушить ни один закон, ни одно правило, не прищемить ни одного из человечков, когда вы выстраиваете линию реальности, выгодную для вас. На самом деле, конечно, вот мы вот магия, вот у нас привлечение желаемого. Вот магия нам известна на базовом уровне. Ну, что мы там привлекаем желаемое, там, да, что-нибудь сделаем, там, парковочное место там себе, ну, там, зарплату хорошую, работу, много, много работы. А, допустим, вот возьмите и привлеките при помощи магии, что сейчас прилетит летающий корабль, посадит вас к себе, увезет в прекрасную планету, где будете жить хорошо. Вот наколдуйте это магически. Ну вот как вы это наколдуете? Понимаете, есть порог. Есть порог моментов, которые вы привлекаете, а порог, за который вы зайти никак не можете. Вы говорите, надо духовно работать над собой, ля-ля-та-поля, да-да, все это надо, но вы не знаете и не обладаете знаниями. На самом деле, когда мы уже хотим привлечь события более крупной сложности в нашу жизнь, которая намного круче превышает остальные события, это можно осуществить при помощи знаний и очень глубинных, сакральных, мистических знаний математического характера. Для того, чтобы это событие произошло, этот летающий корабль, понимаете, чтобы прилетел сюда этот летающий корабль,
Это должно задействовать куча людей. Во-первых, он влетит в атмосферу, не знаю, на подлете его обнаружит военный. Во-вторых, его обнаружит там, не знаю, власти. В-третьих, его обнаружит туча людей. В-четвертых, он воздействует на психику всех этих людей, всех этих военных. И, в общем, одно событие затронет миллиарды, волну такой подаст на миллиарды других людей и повлияет на психику всего человечества в целом. Понимаете, одно вроде как бы, ну, не маленькое, но маленькое с точки зрения происхождения, не маленькое с точки зрения значимости для человечества. И тут вопрос, это как волна, волновой эффект. Алхимия событий — это наука, это математика, сложнейшая математика. Как задать волновой эффект так, чтобы это не разрушило целую планету? Потому что некоторые волновые эффекты способны разрушить целую планету. Ну ладно, я говорю там об этих инопланетянах, да, допустим, это очень мощный волновой эффект. Но, допустим, волновой эффект более простого характера. Хочу миллион долларов, да, а вы работаете простым клерком. Нет ни образования, ничего, ни знакомого, вдруг сразу хочу миллион долларов. Ну ладно, лотереи там, это кто умеет играть с лотереей, а кто, допустим, не умеет настраиваться на эти частоты, как вы получите миллион долларов? Можно сформировать ситуации, при которой это знакомое того знакомого, там-то, там-то, сям-то, что-то образуется, что-то выйдет через какое-то время с учетом параметра изменения, это событие в итоге произойдет. Но чтобы его выстроить, там должна быть строжайшая математическая последовательность с учетом всех людей, участвующих в этой игре. А сколько там задействовано людей? Очень много. А у каждого человека задействованы другие люди, и это по цепной реакции идет, понимаете? То есть дело в том, что это очень сложная математика, в постижении ее можно достичь просветления реально. Поэтому не думайте, что это не духовная наука, она очень духовная, просто она точная наука. Это точная духовная наука. К магии хоть все и так относятся, посредственно я очень уважаю, люблю магию, потому что я знаю, что корень магии лежит сложнейшая математика. Магией могут заниматься только очень высокоинтеллектуальные, разумные и умные люди. И это очень, я бы сказала, это как все равно сравнить профессоров. Знаешь, есть и профессора такие, есть такие обычные, короче, студенты. Вот маги могут, вот реально серьезные. Маги заниматься только профессора высокого уровня, поэтому почему к магии такое отношение, я вообще не понимаю. Вы понимаете, что человек, занимающийся магией, даже базовый, простейший, элементарный, он уже мини-профессор для вас. Потому что вот эти вычислительные конструкции, хоть он там это машинально как-то делает, выстраивает, это очень сложно. Даже работа через сущности. Я вас буду учить работать через других существ. Базовая, одна из базовых магий – это договорная магия. Это не космоправо, это немножко другое. Здесь мы через договора будем выстраивать события. Для того, чтобы выстроить события, нужно договориться с покровителями этого человека, с силами этого человека, с силами планеты, с такими-то энергиями. Встречается саммит, происходит договор, каждый договаривается со сторон, что кто получает. Договаривается до соглашения, нужно достичь соглашения. Если кого-то что-то не устраивает, сторона меняется, меняется сторона, меняется событийная ветка. Нужно эту корреляцию отслеживать. В итоге через договора с силами можно простроить очень крутые возможности реальности. Почему, опять же, вот в Америке я очень часто там нахожусь, потому что там можно простроить очень сложные ветки реальности, которые здесь договориться с нашими энергиями невозможно. Там с энергиями договориться можно. А по той самой причине, что они поддерживают межпланетарные, космические определенные энергии, которые не поддерживаются здесь. То есть везде разные возможности. Значит, это в идеале, опять же, если вы до супер крутости достигнете, то в алхимии реальности вы сможете чуть ли там не космические корабли приглашать сюда. Но то есть это будет не приглашение официальное, вы состроите линию реальности так, что в нее впадут даже инопланетяне. Самое сложное построение ветки реальности — это с учетом еще инопланетных форм жизни. Вот я в Америке будучи выстраивала ветку реальности с учетом инопланетных форм жизни, то есть это магия, при которой инопланетяне становятся вовлеченными в эту ситуацию, но фактически они не осознают, что она произойдет так. То есть, получается, если вы, понимаете, крутой алхимик, если вы задали такую ветку реальности, то инопланетяне просто прилетают, делают свои дела, а оказывается, что все это было предвидено, предугадано и было специально сделано вами, понимаете? То есть вот это очень интересно. И в итоге так можно вступить с некоторыми инопланетянами в переговоры, заранее выстроив результат. Или отношения с ними построить, заранее выстроив отношения. Там, допустим, я вот как-нибудь все-таки вам, наверное, сделаю лекцию по привлечению вторых половинок, потому что у меня очень большие познания, я достигла в этом огромного успеха, уже по своим результатам могу судить, уже я как сапожник с сапогами, и даже больше, я могла бы вас научить привлекать вторую половинку с другой планеты, это тоже возможно, это сложнее, но вот там нужно привлекать алхимию событий, сложную алхимию, то есть там произойдет так, пример, то есть я вам пример привожу, встречайтесь вы с инопланетянином, допустим, человеческим, с другой планеты,
планеты, и он в вас влюбляется. Такая вроде неожиданность, да, инопланетянин влюбился. А на самом деле это простраивается сложнейшей алхимией магии. То есть это все можно простроить. Но это сложная алхимия. В простом варианте, конечно, я вас буду на базовом уровне учить простые варианты привлекать. Вы тут тоже не должны думать, о, это так сложно для меня, я, наверное, не справлюсь. Ребят, все имеет разные уровни сложности. Та же алхимия можно на базовом уровне смешать всего лишь два компонента и получить себе парковочное место, понимаете, там возле Ашана. Это тоже алхимия, просто более маленькая. Вот. А есть более крупная алхимия привлечения инопланетян, инопланетных женихов, понимаете, конечно, это посложнее. Тут уже зависит от того, насколько вы глубоко в это окунетесь, насколько глубоко вы это пойдете. Значит, помимо этого, еще есть такое одно алхимическое направление, которое на самом деле никто не знает, но все они узнают практически все, но никто не знает, что это алхимическая магия. Это магия артефактов. Нас много в фильмах показывают всякие артефакты, что нужно достичь, или от уровня, знаете, такие есть игры, онлайн-игры, где там нужно уровень, левел, пятый левел, шестой уровень, тебе дастся какой-то артефакт, суперсила, ты с этой суперсилой можешь двигаться дальше. На самом деле это эльфийская магия артефактов, и она работает в нашем мире. То есть для того, чтобы произошло какое-то событие в вашей жизни, вам необходимо 5 артефактов добиться. То есть вы узнаете линейку, узнаете 5 артефактов. Какие артефакты? Так, уверенность в себе, сила, значит, вера в себя, допустим, и там какой-нибудь еще артефакт, там, не знаю, ну, что-нибудь придумать можно. Какой-нибудь еще дополнительный артефакт, к примеру. Значит, уверенность в себе, суперсила. Где вы можете получить эти артефакты? Ага, уверенность в себе мне даст этот человек. Вычисляете, кто это? Значит, встреча с ним, общение с ним даст мне обмен энергии, при котором я получу ту самую энергию, которая даст мне уверенность в себе. Так, вот с этим человеком, вот если я поступлю сюда на работу и устроюсь работа здесь, у меня появится обмен энергии, я получу чувство уверенности, то есть не уверенность в себе, чувство силы, и у меня появится артефакт силы. Понимаете? И вот эти энергии, которые говорят, всего лишь уверенность в себе нужна, всего лишь нужна внутренняя сила. Откуда ты возьмешь эта энергия? Она нарабатывается психологической работой над собой. Работа над собой, ты ее получишь как работать над собой? На самом деле это потенциал энергии, как ключик, который вы получаете при столкновении других энергий, которые освобождают потенциал, который вы получаете и обретаете эту уверенность в себе, ту самую, которая вам необходима, допустим, для привлечения партнера, там, счастья в личной жизни. И для этого на самом деле эти артефакты можно найти. Не просто так они там, я не знаю, через внутреннюю работу с собой происходят. Нет, эти артефакты можно привлечь через встречу с другими людьми. На самом деле энергии мы получаем только при взаимодействии с внешним физическим миром. Я много раз говорил, опыт материального мира очень важен. Материальный мир очень важен. Почему? Потому что получить артефакты вы сможете только при взаимообмене двух физических, исключительно физических энергий. Никак иначе. Допустим, почему я с этими инопланетянами постоянно тусю? Я все-таки хочу спровоцировать физические столкновения с этими инопланетянами в сознательном своем состоянии. Не как-то меня похищали серое сознательно, самосознательно, навстречу я выйду с ними на разговор. Почему? Потому что если хоть раз инопланетянин сознательно ко мне выйдет на разговор и 2 секунды посмотрит мне в глаза, произойдет алхимический резонанс энергии, у меня высвободится такая сила, при которой я автоматом обрету бессмертие. То есть бессмертие, нестарение и так далее. Мне для этого можно пахать тысячелетия, там 100 лет, что-то там изучать годами. Или один раз встретиться глазками, глазки инопланетянина, понимаете? Вот это вариант. Это называется артефакты. То есть, да, в данном случае артефакты — это инопланетяне, но тем не менее люди, работа, профессия, есть разные артефакты. Я вас научу вычислять эти артефакты, я вас научу с ними соединяться, и их можно заказывать. Нужно уметь выстраивать цель, нужно уметь определять, какие артефакты нужны, потом где их нужно найти и делать заказ. Как только делаете заказ, в вашей жизни тут же выстраивается физическое событие для привлечения этих артефактов. Но сложность бывает в том, что, допустим, инопланетянин, да? Инопланетянин — сложный артефакт. Для того, чтобы получить этот артефакт, нужно еще 10 артефактов привлечь. Понимаете? Для того, чтобы собрать этот компонент зелья, нужно еще 5 компонентов зелья собрать, чтобы этот компонент получился. Это прям вот чистейшая алхимия, ребята. Это сложно, я понимаю, но это я говорю про инопланетянина, конечно, можно попроще, да? Например, для того, чтобы просто вы устроились на хорошую высокооплачиваемую работу, вам нужно всего лишь немножко артефактов собрать, и это очень легко организовать. А вот для того, чтобы вы устроились, стали бизнесменом, успешным, там на супер работе, супер профессии, конечно, надо много артефактов, если вы начинаете с нуля, если вы простой клерк, опять же, там далеко выше планки не выходили. Там нужно много артефактов собрать, и для каждого артефакта собрать еще артефакты. Вот, и, конечно же,
Тут зависит от сложности задачи. Вы должны понять, что это не дело алхимии, то, что она какая-то неправильная, вернее, не то, что неправильно, сложная для вас. Задачу, как вы поставите, от этого зависит. И время. Время можно сокращать. С временем тоже вопросы можно порешать. Это эльфийская магия артефактов. Также артефактами могут предметы, вещи, богатство, тоже один из артефактов, достижение финансового благополучия, тоже один из артефактов. Почему я вас учу материалки? Вы должны иметь определенный уровень. Самые главные три артефакта для выхода за пределы матричной системы. Это здоровье, любовь, финансовое благополучие. Три основных артефакта, которые требуются для создания выхода за пределы матрицы. Поэтому я вас этим основным базовым артефактом всех учу во всех своих лекциях. Это база, которую должен каждый из вас достичь, если вы желаете профессионально заниматься эзотерикой. Ребята, в будущем в большинстве своем со своими учителями я буду проводить в большинстве своем только выездные мероприятия. И вы должны иметь возможность приезжать ко мне, потому что мастера такого уровня не должны испытывать проблемы финансов. Я буду требовать от вас, чтобы вы были сапожником с сапогами. Если вы учитесь магии эзотерики, то как минимум базовые три артефакта у вас должны быть. То есть я не говорю, что они прямо сейчас должны быть, я допускаю, что у вас есть проблемы. Мы как раз занимаемся обучением для того, чтобы вы смогли это все развить себе, личная жизнь, здоровье, соответственно, в процессе, да, тоже какие-то моменты я, допустим, тоже сейчас решаю, финансовая сфера. Но, ребята, понимаете, люди людьми, но в качестве мастеров для мастера это показатель. Если вы хотите быть мастером, у вас не должно быть проблем в этих сферах. Вы чего? Вы иначе, вы что вы за мастер вообще? Базовые три артефакта не можете сами достичь. Какой из вас эзотерик? Какой из вас маг? Понимаете, алхимики событий как минимум это должны иметь. Поэтому, опять же, я не буду сейчас это требовать. Почему у меня был задан вопрос про личную жизнь и так далее? Я проверяла наличие базовых артефактов у каждого из вас. Просматривала, насколько они имеются. Это очень важный вопрос. Поэтому, ребят, вы должны знать, в будущем обучение будет проходить гораздо качественнее, гораздо лучше для тех, кто имеет возможность выезжать в другие места, потому что я буду организовывать в других местах выезды, где нужно будет платить, где нужно будет денежка, места будут хорошие, денежка нужна будет нормальная, но это будет специально. Вам барьеры я повышу, и просто те, у кого не будет денег, не смогут обучаться. Дело не в духовности, ребят, дело в вашем мастерстве. Вы мастер или кто? Я понимаю, вы можете помучиться год, там, пока вы поднимаетесь, но вот сейчас я начинаю обучение, сейчас я вам всем дам знания, сейчас вы должны стартовать, и с этого момента все вопросы, все проблемы свои решить. Поэтому, ребята, для меня это показатель мастеров моих, которые прошли мое обучение. Если вы помогаете другим людям, то у вас проблем в своей жизни не должно быть таких базовых, кардинальных. Я бываю, что, понимаю, вернее, что бывают разные случаи, и финансового масштаба разные случаи, и здоровьем бывают разные проблемы, и на это требуется больше времени. Конечно, я не говорю, что вы должны прям идеально здоровым быть, идеально красивым. Да, у вас могут быть какие-то проблемы, да, это все равно мы в процессе все, но не на таком же там уровне нулевика, понимаете? Поэтому здесь все-таки профессионализм и наличие какого-то уровня будет требоваться. Вот именно финансового, материального, житейского. То есть вы должны... Алхимики, ребят, ну, это одна из задач ваших экзаменов будет. Значит, я не буду, конечно, вас просить личную жизнь устраивать, но хотя бы какие-то элементы самореализации финансовой сферы на базовом уровне я вас попрошу выполнить. То есть одно из заданий будет заработать деньги. Заработать деньги, я там, не знаю, найти какую-то работу, пусть временную или что-то, но какую-то вы ситуацию мини-алхимическую должны выстроить, чтобы вы умели ее выстраивать. К вам будут обращаться люди различного уровня с просьбами. Наколдуйте мне события, наколдуйте мне то-то. Вы должны уметь работать с разной сложностью людьми, уметь рассчитывать время, через которое сработает ваша магия. Не так, как наколдуйте мне прямо сейчас, прямо через месяц. Сложность-то разная бывает, понимаете, на это разное количество артефактов нужно. Некоторые артефакты вы можете за другого человека получить, некоторые артефакты не можете. Некоторые артефакты, вернее, дать ему. Некоторые артефакты вы можете спровоцировать для его получения, но получить должен он. То есть я вас во втором семестре буду учить как специалистов-магов, как вы можете реально, фактически диагностировать человека, определять ему форму решения его проблемы и приколдовывать ему события. Понимаете, вот я как опытный профессионал своего дела,
я, как правило, когда вижу сложных людей в стиле там «измените всю мою жизнь», ничего не меняется, я максимально стараюсь им приколдовать необходимые артефакты. Дальше эти артефакты реализуются, от их реакции зависят, как они совладают, чтобы получить именно вот в дальнейшем ту реальность, которую они хотят. Но я им даю ЦУ, соответственно, указания, как нужно себя вести, как нужно реагировать, я им все объясняю, все им рассказываю. Дальше с готовой базой знаний эти люди, разумеется, ждут этих событий, которые у них происходят. На это может потребоваться даже год. У меня некоторые магии, вот я смотрю на своих клиентов, я буквально там вхожу в договор с определенными духами, мы там договариваемся, и у них уже 3 месяца прошло, она еще все еще действует, там еще накат находит, доходит, еще доходить до них год будет, а через год у них там все полный переворот событий. То есть некоторые магии даже год реализуются, но сложность разная, понимаете? То есть я это допускаю, разные сложности, разные уровни, но в идеале, в апогее алхимики, с вас требований будет больше. Магия сложнее, и вы должны будете потом нашим другим мастерам приколдовывать деньги и так далее. То есть все должно быть хорошо. Ребята, вы должны быть здоровые, счастливые, красивые, богатые, все у вас должно быть замечательно. Вот вы мастера. Вот вы мастера моей школы, понимаете? Все у вас хорошо. Если пока этого нету, мы идем к тому, чтобы этого добиться, этого достичь. Но вы должны понимать, что мастерство, оно требует наличия сапог. Да, как говорится. Сапожника. Ну, опять же, не принимайте это слишком строго, я в идеале это говорю, а дальше уже, конечно, по степени разные будут. Так, ну и базовые, конечно, знания все равно в алхимии событий. Кармология, есть кармическая наука выстраивания кармы, я вас научу, там законы тоже есть определенные, там есть некая последовательность выстраивания кармических событий, замена кармических сеток, магия накладывания кармических сеток и выстраивания новых. Ну и все равно мы обязаны с вами, не обойдем мы никак магнетизм. Магнетизм, трансерфинг, мы все равно должны с вами пройтись. Базовое понимание магнетизма мы должны знать с вами. Есть магнитная магия, предел ее работы, как она работает, в каких сферах она допустима. Магнитная магия, понимаете, очень хороша в точечной работе. В чем разница? Неправильно понимают трансерфинг. Трансерфингом пытаются привлечь все события в жизни. Но все события трансерфингом не привлечь. И уже давно практика это показала. Чтобы привлечь сложные события, нужно выстраивать каркасную матрицу, достигать артефакты, реализовывать это. Там и сложная алхимия. Но магнитная магия трансерфинга хорошо работает в частных случаях. Тет-а-тет, когда уже что-то привлечено, уже сделано, и вы начинаете привлекать. Допустим, если у вас есть крупный бизнес, вы можете привлечь хороших клиентов, но бизнес уже есть, да, а если у вас еще нет этого бизнеса, то привлечь этих клиентов крутых и бизнес, конечно, это сложно, у вас магнетизм срабатывает на левел ниже, почему все говорят, вот я привлекал себе там, я не знаю, супер деньги, пошло 100 рублей, да, но хоть 100 рублей уже какие-то деньги, потому что, ребята, опять же, не владеем знаниями, как это работает, какие-то там правила, порядки. То есть магнетизм, трансерфинг только в частных случаях. Ну и, разумеется, я буду объяснять, где и как, и под какими параметрами, правилами. Начну. И самая сложная магия – геометрия пространства реальности, работа с пространством времени, выстраивание событий во времени, в пространстве. Здесь немножко уже шаманизм – это работа с геометрией, выстраиванием геометрии пространства самого, смещения пространства. Вы даже будете смещать пространство и время для того, чтобы подогнать события. Подогнать, реализовать. Но это сложный шаманизм. Он идет в учет всех других параметров. Понимаете, смещать время – это серьезная вещь. В этом участвует много людей, не только вы. Нужно уметь создавать временные коридоры. Некоторые шаманы умеют реализовывать суперкрутые события, не трогая планету Земля, не нарушая ее гармонию, ее волновой эффект, создавая временные коридоры. Временные коридоры мы создаем тогда, пространственные, когда нам нужно реализовать суперкрутое событие, но оно выходит за рамки пространства. Например, как с инопланетянами. Как сделать так, чтобы эти инопланетяне прилетели, и это не создало волновой эффект на всю планету. Вы обязаны учиться создавать временные коридоры, если вы хотите работать с какими-то крупными целями. Иначе вам Земля запрет выдаст. Планета не позволит реализовать ни одной крупной цели, которая вводит ее в разрушение. Поэтому алхимики – это люди, которые умеют грамотно совмещать все. Но ни в коем случае никогда вы ничего не нарушаете, нигде не навязывайте свою волю, и вы не сможете, планета не даст. Понимаете, ничего умного. Даже те же демоны, у них есть предел. Все, кто черной магией работает, ну, работают они с черной магией. Черный маг может привлечь инопланетян сюда, чтобы прилетели и вы забрали. То есть, ну, это, ну, так же вообще бессилен в этом, так как и вы. Потому что на каком-то уровне там у них есть ключи, возможности, на каком-то уровне у них тоже ничего нету.
А вы можете, как владеющий знанием человек, вы сможете даже такие грандиозные события реализовывать. Но вообще в купе все работает очень классно. То есть если задействовать алхимиков, если задействовать частотников, если космоправщиков задействовать, то в купе можно реализовывать целые грандиознейшие планетарные события масштаба такого мощного, предотвращать там катастрофы, не знаю, приглашать инопланетные цивилизации, заключать мир и влиять на политику государственного уровня, в конце концов. Но для этого нужна команда, и команда разных факультетов. Конечно, я вот надеюсь, что из каждого факультета я найду по профессионалу. И в идеале я немного хотела учителей школы набрать. Было бы хорошо, чтобы они дальше имели бы своих учеников, своих практиков. То есть это главные учителя школы, с которыми я буду лично работать. А они могут работать с другими учителями. То есть я имею в виду к тому, не то, что прям только 4 учителя будет, а к тому, что те, с которыми я буду работать, в будущем я все-таки планирую уже работать только с узким кругом людей, потому что информация у меня повышается, уже народу сложно, я понимаю, они уже будут фильтровать, рассеивать это уже на более понятный уровень, там уже более простые будут учителя и будут преподавать всю эту информацию как вот в форме сети. Это будет гораздо проще, поэтому я вот это все формирую сейчас, товарищи учителя, у вас в будущем будут огромные перспективы в плане развития, заработка и самореализации. Вот, но об этом позже, своим учителям я информацию буду позже давать, как я буду с ними работать. Вот, это что касается у нас алхимии событий. Тоже где-то 4-5 занятий будет. Алхимическая магия. Ребят, вопросы все потом. Сейчас я закончу уже с целительским факультетом, и будут вопросы. Значит, так, и что у нас дальше? Факультет целительства. Значит, последний факультет в декабре, декабрь-май. Наши последующие, такие последние ребята, целители. Но с целителями там очень много информации, поэтому я не знаю, уложимся мы в месяц или нет, но постараюсь уложиться. Если что, опять же, поднятие квалификации по каждому факультету по мере поступления информации я постараюсь сделать. Дополнительные курсы будут проводиться обучающие. Но это уже дополнительные курсы. Вот так. Значит, что у нас целители? Целители направлений очень много. Ну, в первую очередь, работа с мозгом. Генетика, ДНК, исцеление мозга. Это у нас работа с иммунитетом, с гормональным фоном, с омоложением. Разумеется, омоложение тела, иммунитет, иммунная система, любые заболевания мозга, вызванные отклонением, психологическим отклонением, такими как шизофрения, даунизм и так далее. Все эти заболевания лечатся. Также там, допустим, какие-то вот однополые предпочтения, сексуальные извращения и так далее. Все это лечится при работе с мозгом. Работа с мозгом – это точечная, тоже можно сказать, как хирургическая работа, почти что, но она лазерная хирургия, это лазерная хирургия, это значит работа с ДНК, системы программирования ДНК, перестройки, генетики, генома вообще в общем, и работа с полушариями мозга, умение его понимать, программировать и перестраивать. Это очень сложная, точечная работа, но это основа, одна из основ целительства. Целителей можно делить на разные области, я бы даже сказала, что в каждой области можно найти своего отдельного целителя. То есть если, ну как у врачей, врачей специализации. Если вот брать генетиков, то это отдельное направление, будет исключительно генетики. Вы будете проходить все целительство, конечно, но вы будете уже позиционироваться как генетик. Поэтому целителям, наверное, я дам, знаете, как разные домашние задания по тому направлению, которое вы выберете, чтобы вы лечили разные формы заболеваний. Целители будут сдавать экзамен. Я не буду требовать, конечно, полного излечения. Я понимаю, что вы начинающие, но хотя бы я буду смотреть, как вы проводите работу по человеку. Если у нас есть улучшения какие-то по нашему больному, вот, то я буду видеть, что вы справляетесь хорошо. В дальнейшем уже мы с вами будем обучаться, как проводить сеансы, сколько сеансов, как определить, сколько нужно для излечения человека и так далее. Это уже во втором семестре. Значит, второе – псионика, психические заболевания, пси-воздействие, психическое влияние, работа с пси-полями. И здесь у нас псионизм. Ну, очень хорошо, кстати, псионизм вот именно лечит взаимоотношения с людьми. Это все, что касается всяких привязанностей, привязок, там, ложных там чувств, непонятных, семейных, там, с детьми и так далее. Вот здесь лечение взаимоотношений. И если мы берем физику, это половая система. Значит, половая система у нас тут же реагирует на различные привязанности в
личной жизни, если мы берем, допустим, с вами генетику ДНК, то это в первую очередь влияет на наши возможности, возможности мозга, то, как мы можем мыслить. Поэтому при отклонениях психических у нас наблюдается просто отсутствие, отсутствие возможности мыслить в каком-то или ином направлении. Либо можем добавить новые направления мышления. Мы как бы личность человеку немножко перестраиваем, добавляем ему возможность мыслить так или иначе в генетике. То здесь в псионике это половая система, и это однозначно всякие привязанности, привязки. Вы будете лечить на глубинном уровне, потому что целительство, вы знаете, берет основу все равно на внутренние составляющие и на физике. Поэтому, как грамотные профессионалы, вы будете лечить корень проблемы на внутреннем уровне и на физике. Ваша задача достичь результата, сколько бы это ни задействовало сеансов. Я вот совершенно против вот этой сеансной терапии, знаете, просто ходи на сеансы, у тебя будет улучшение. Очень много целителей так работает по той самой причине, что они не в состоянии определить, сколько требуется сеансов для каждого человека и сказать им, потому что работа может быть сложной. Помимо ваших сеансов необходима внутренняя работа. Я бы вам советовала, в принципе, очень грамотно градировать свою работу, где должен действовать сам человек, а где вы, и давайте ему порог, вот как я с своими клиентами, я вам говорю, что вы имеете право обратиться на вторую консультацию у меня в случае, либо когда у вас возникают практические вопросы, либо когда вы продвигаетесь на этап выше, вы достигли чего-то и думаете, как двигаться дальше. Но с любыми другими вопросами я на вторую консультацию не принимаю, по той самой причине, что если вы не продвинулись дальше, то мы с вами тоже дальше не продвинемся. То есть грамотный целитель тоже, он должен вот эти пороги определять, где он может помочь, а где это уже просто ходилово и плата денег, но вы реально по факту помочь не можете. Если вы профессионал, если вы врач, врачи должны быть профессионалами в своей области. К вам приходят пациенты, вы должны четко определить диагноз, сказать, сколько нужно конкретно времени, и вы должны уметь сами по себе видеть это. Поэтому целителям требуется огромная тренировка и практика, и намного больше, чем просто вот практику семинара, то, что мы будем проводить. Последующий год постоянные сборы участия в наших фестивалях, где вы будете проводить постоянные практики. Ребят, целители должны научиться точности. Вот это единственная, знаете, наука. Вообще, на самом деле, алхимия тоже определенной точностью обладает, но целительство требует точности в стиле работы с клиентами, потому что иначе результата не достигнете. Точность здесь нужна в медицине, именно в самом лечении нужна точность. И вы должны будете этому научиться. То есть во втором семестре я буду вас учить вот этой точности, а практикой вы уже будете заниматься самостоятельно. Практика нужна обширная врачам, потому что результаты должны быть не просто хорошие, вы должны уметь выводить, даже есть случаи, с которыми вы не можете справиться, вы должны уметь определять такие случаи. Почему вы не можете справиться? Потому что это принадлежит к другой сфере медицины, понимаете? Потому что это другой разряд целителя. Вы будете говорить, я целитель не того разряда, грубо говоря. По разрядам целители будут иметь разряд. Вот это единственный, кто я буду указывать конкретно, когда буду выдавать дипломы, разряд именно, к какому вы относитесь направлению, врач какого направления. Значит, ну и классическое потоковое целительство, конечно же, я вас там научу отслеживать потоки, научу следить за частотой потоков и за работу с потоками. Потоковые целители, я их называю на самом деле избранные целители, по той самой причине, что потоковым целителем можно только родиться, стать им обучиться невозможно. Так как для потокового целительства требуется определенное соглашение с определенными силами. И это соглашение происходит с рождения души, оно должно быть достаточно высоком уровне, просто так с ним договориться можно, но это будет уровень такой простой, то есть это должно быть смысл жизни. Это должно быть смысл жизни для того, чтобы потоковое целительство действительно имело огромную силу, огромную мощь. Я вас научу им пользоваться. Потоковые целители все равно, они отчасти какие-то избранные, потому что с ним вошли в контакт какие-то силы, они договорились, все порешалось, душа вошла, все решено. Поэтому у них какая-то часть избранности есть, вроде как бы дар. Но я вас научу им пользоваться корректно. Вот здесь, да, вот здесь не хватает чистоты, понимания, использования, момента различных там ошибки какие-то бывают. Пользоваться научу, а в остальном дар вот здесь ваш. Вот этого я вот единственное направление, где я не буду давать практически ничего, никаких техник, потому что тут должно быть врожденное. Либо оно есть, либо нет. И тут уже я никак вас ничему не обучу. Вот. Но это единственное направление, где такое есть. Значит, образное целительство, эфирное целительство, самое сложное и самое опасное целительство, хирургическое целительство. Его называют также хирургия. Вот потоковое целительство, если мы общее где-то, общее самочувствие, потоковое целительство, чтобы вы понимали, способно приводить к чудесам, чуть ли не до левитации доводить. Потоковые целители высокого уровня способны чудеса творить, но поэтому они избранные, чудеса им дадут творить только для какой-то причины. Они могут чуть ли не паралич исцелять, есть сложные заболевания, но должно быть предрасположенность. Значит, эфирные целители – это, по сути, маги, это не целители, а колдуны, колдуны-целители.
Эфирное целительство очень сложно, и здесь у него есть такой момент, что у эфирного целительства можно заразиться. Это заразная болезнь, а в эфирном целительстве вы можете заразиться, можете перехватить на себя. Эфирным целительством занимаются как хирурги, они отрезают болезнь, они залаживают, отрезают ее. А при помощи него можно добиться очень быстро сразу крутых результатов. И можно даже не просто крутых результатов, можно даже решить проблему сквозь время и пространство. В чем опасность этого целительства заключается? Почему оно, вернее, опасно? Потому что оно в равной степени круто, то есть крутым является, в равной степени опасно. Потому что благодаря этому целительству вы можете решить моментально очень сложные проблемы, чуть ли на уровне органов, как вывести почки из камней. Если вы вырежете на эфирном плане эти почки, вернее, не почки, а камни, почку вырежете, камни, короче, из почек, они потом раз и рассосутся моментально. Человек избежит операции. То есть это все-таки хирургия, сложная хирургия, и можно избежать тяжелейших операций. Можно там целые органы, не органы, а аномалии в органах вырезать через эфирное целительство, и у человека все это будет рассасываться. При этом, что самое интересное в эфирном целительстве, одновременно будет ходить и проблема, и психическая, и глубинная, то есть она на всех уровнях будет ходить одновременно. То есть вы снимаете с эфира, вы снимаете на всех уровнях. Вам не нужно будет психологически работать с человеком, не нужно прокапывать, не нужно ничего этого делать. Но плата за это риск определенный. То есть здесь нужно соблюдать правила. Ну, хирургия, вы все знаете, хирургия на самом деле самая опасная, ну, самая считается крутой разряд из медицины, да, из медицины, но и самые требующие высокой квалификации. Хирурги могут быть крутыми врачами, могут очень много получать, много зарабатывать, но при этом на них лежит огромная ответственность и большой риск. Также и тут. Ну, как любой медицине, в любом направлении, также здесь эфирное целительство, самое крутое целительство, которое может приносить вам огромные деньги. Если вы станете крутым эфирным целителем, к вам будут приходить чуть ли не сами президенты. И, ну, знаете, болезнь вещь такая, все люди болеют, да, ну, грубо говоря, подвержены болезням, заболеваниям, те, кто не занимаются эзотерикой, обычные люди. Тем более люди при власти, при деньгах, конечно, способ заработка это крутой, если вы станете эфирным целителем. Но и придется вам столкнуться все равно пару раз с такими проблемами различного рода, что эфирное целительство может быть заразным. Но я вам базовым моментом научу, дам базовые практики, дальше уж вы потренируйтесь на простейших моментах. Просто там правила есть, я буду вас просить соблюдать правила, там есть четкая последовательность. После первого уровня на третий сразу нельзя по уровням целительства эфирное проводить. Если будете соблюдать правила, действовать по уровням, риск минимальный, но вы должны научиться. Ну, как бы, кто не падает ни разу, тот не научится. Конечно, пару раз какие-то риски будут возможны, мы будем брать простые заболевания, чтобы вы могли эту проблему решить. А в будущем, если вы научитесь сами исцелять, то вас это не должно касаться, вы все это можете решить сами. Опять же, к этому, конечно, какую-то предрасположенность нужно. В этом нужна предрасположенность колдуны, маги хорошо в этом себя раскрывают, как хирурги, особенно черные колдуны и маги, и свойственны именно вот немножко с темными энергиями, с какими-то, должно быть колдунская такая основа. Вот. И последнее здесь целительство, подразряд целительства, то, что относится к китайской медицине, геометрическая структура эфира, баланс организма, инь-янь. Или, да, китайская медицина, в принципе, это египетская магия, которую дал египетский бог-целитель. Он эту магию, да, принес людям, о понимании баланса внутри тела, баланса органов, баланса стихий. Это очень часто используется в гомеопатии, в лечении травами, траволечении. Я вас научу совмещать это с траволечением, потому что в основном траволечение само по себе не работает, оно работает в комплексе с корректным сканированием и умением составления диагноза. Профессиональный учитель, мастер, целитель должен уметь составлять диагноз, определять нарушение баланса и в соответствии с этим назначать ему траволечение, диету, потребление пищи, атмосферу, условия и даже фэншуй. То есть здесь в это лечение входит абсолютно все, начиная ваша обстановка, ваш ритм жизни, сколько вы спите, что вы едите, соответственно, какие там травки пьете, чаи пьете, какую жидкость употребляетесь, то есть все, что включает в себя гомеопатия, включает у нас вот третий вид, это египетское целительство.
Да, как раз классическая гомеопатия. К сожалению, вот сколько гомеопатов смотрю, не соблюдают они вот эту вот медицину кусками, урывками. Даже те профессионалы, которые знают, они некорректно подают эту медицину. На самом деле, мастер, профессионал в этой области должен уметь сканировать человека полностью сам, определять у него нарушенные зоны и подбирать по нарушенным зонам как питание, как атмосферу, как траволечение, также и даже сам сферу жизни, в какой сфере должен жить, работать и так далее. То есть это должна быть комплексная диагностика на всех уровнях, слоях жизни. То есть вы сами понимаете, это замечательная сфера для заработка. То есть таких вот целителей очень ценят. Вы можете быть и диетологом, и мастером фэн-шуя, можете быть и мастером, допустим, нетрадиционной медицины, абсолютно любого направления. Сейчас эта профессия открыта, доступна, но при этом вы будете мастером всех этих сфер. Профессионал должен быть мастером всех этих сфер, потому что она одна цельная. Если их разделять, ничего не получится. Там должно быть все вкупе, все вместе. И питание, образ жизни, и сон, и как вы там, и баланс органов, система организма. Тоже есть свои механизмы составления диагностики, есть свои механизмы определения времени, часов работы с этой диагностикой, когда должен быть результат, какой, в зависимости от чего, как он выстраивается, как работать с клиентами. Здесь самое сложное – это работа с клиентами. Определение вы должны как мастер уметь предугадывать результат от вашей целительной работы. Почему гомеопатия иногда помогает, иногда нет? Вы должны видеть в данном случае, когда, при каких условиях, как она поможет, а когда, при каких условиях нет. Допустим, вот у меня были тоже какие-то проблемы со здоровьем, которые лечатся обычно гомеопатией, но она у меня вот траволечение вообще мне не помогала ни капли. Я прекрасно потом уже это знала, уже вычислила, что там причина в другом находится. Вроде, понимаете, болезнь она и та, кто-то лечит травами, а у кого-то не получается. Почему? Потому что вы должны уметь причину в глубинном уровне вычислять. И это гораздо обширнее, чем просто само заболевание и против этого заболевания трава, допустим, да? Если у вас какие-то кожные заболевания, примените там, не знаю, календулу, ромашку и так далее. Во-первых, календулу или ромашку – это уже большое значение. Во-вторых, а если не сработает? Почему оно может не сработать, та же календула или ромашка? Есть причина, очень часто такое происходит. Люди забивают на гомеопатию, говорят, вот она не такая сякая. Нет, ребята, травы намного круче действуют, чем таблетки. Если кто-то из вас занимался когда-то травами, травы это просто бешеная лошадиная доза, на самом деле, превышающая медикаменты десятки тысяч раз. Это даже иногда бывает опасно. Некоторые говорят, вы понимаете, что траволечением заниматься опасно иногда бывает, если вы не знаете, как правильно их применять. Потому что на самом деле нас от этого увели, но траволечение это вообще крутая медицина. Но проблема в том, что не в том, что типа таблетки действия на траву нет, а в том, что люди не умеют слышать травы, разговаривать с ними, они не умеют понимать каждый индивидуальный частный случай. Вы, гомеопаты, товарищи, должны уметь разговаривать с травами. Вы должны знать, в каком расположении эта трава, чтобы она у вас хорошо сработала, чтобы она у вас корректно проявилась. Соответственно, если вы этого сделать не сможете, то все равно результативность падает. Даже есть понятие, где эту траву собрать, когда, в какое время, как, кому применить, кому не применить, в чем ситуация, случай, проблема. То есть, ну, информации очень много. Если вы понимаете, что во всех этих сферах информации достаточно много, медицина огромная сфера, и целительство в том числе, и по каждому направлению можно отдельные просто факультеты выводить. Но я сначала сделаю одним факультетом, потом повышение квалификации в зависимости от ваших практик. Я вам дам много практических заданий. Я объясню вам основные принципы. Моя задача вывести из вас мастеров, а не рассказывать вам все в готовом виде. Поэтому, ребята, значит, моя задача сделать так, чтобы вы научились сами все это делать, самостоятельно, самостоятельно целить, самостоятельно излечивать. А дальше уже по вашей практике я посмотрю, как вы вот этого достигнете, как вы этого добьетесь. Вот. Так, сейчас поменьше себе. Ой. Так, ну основное все. Про факультеты, то, что я хотела вам рассказать, что из себя факультеты эти обозначают, что они себя представляют. Целительский факультет будет большим, возможно, он даже продлится. Не знаю, я постараюсь все равно как-то сократить, потому что мне тяжело самой физически. Вы должны понять, что я одна. Для меня это огромная работа на протяжении полугодия. Я буду 3 месяца подряд без выходных, ну, как бы все выходные читать, потом еще работать. Конечно, работа очень сложная.
Вот. Но, ребята, я вас все равно очень прошу, все-таки участников и так далее, скидываться на строительство школы, потому что строю все равно для вас всех, вы там все будете работать, все находиться, я вас очень прошу помочь мне, я очень много работаю, деньги нужны большие, но я вас прошу меня поддержать как-то по-человечески, где-то финансово тоже помочь, потому что я стараюсь, и вы старайтесь тоже, чтобы все было хорошо. Вот. А по факультетам все. Основная информация вроде и вся. Если что-то не сказала, задавайте вопросы. Будем сейчас по вопросам тогда. Что вот вас интересует? Работы по смену, работа в онлайне, возможно, пропущу. Насколько это критично? Ну, с теорией это не критично. Теорию вы можете переслушать. Насчет практики не знаю на самом деле. Как я обозначу, буду ли я каждого проверять там или не буду. Ну, в любом случае, знаете, что, конечно же, если вы, допустим, не на профессионального мастера идете, самостоятельно для себя хотите вот как-то более-менее это развить, чтобы работать с другими людьми, то это допускается. Но если вы хотите мастером быть, ребята, тогда отпрашивайтесь с работы, вы как думали, это учеба. Знаете, как нам в институте говорили? Никакой работы, вы учитесь. Вот. Но если вы хотите профессионалом стать, ну, по-другому никак, мне нужно вас лично там лицезреть. Тем более те, кто хотят мастерами школы быть, вообще никаких оправданий, никакие там, у меня там нет денег, я не смог приехать, не смог участвовать, ну, значит, не смогли быть. То есть вы хотите стать профессионалом, я отслеживаю этот момент. Вы должны учиться, учиться нормально, честно и... Это очно, а не заочно, да. Заочники – это вот те, кто там, ну, не планирует там супер из этого прям супермастером стать, а хотят так, конечно, работать с людьми, но не так, чтобы... Поэтому заочники – это то по записи мы смотрим. До какого срока нужно оплатить обучение? Ребят, не до какого, а с какого. Оплата обучения принимается за семестр, и начнется оно за первый семестр только с августа. За второй семестр, соответственно, с декабря. То есть, поэтому не кидайтесь сейчас. Сейчас вы вступительные проходите. Все, кто, кого я принимаю, я там буду отписываться, всем комментарии, пожелания. Я там буду вас всех смотреть, кому-то факультеты, может быть, ну, не то, что менять, а подсказывать, какой факультет лучше, и направлять в общий чат. Входите в наш общий чат, и по возможности, я надеюсь, все-таки новички из вас соберутся на фестиваль на Алтае, потому что там вы сможете хотя бы вот всю базу подогнать, вот нулевой уровень все подогнать. Да, смена до 18:00 по Москве. Вот так что-то мне быстро. Ребят, обучение будет начинаться по субботам с вечера, где-то также вот с 5-4 часов. Вот 3-4 часа, потому что мне больше тяжело. Мне тоже подряд, я как-то не великий Юлий Цезарь, вот, но и то стараюсь. Вот, но примерно так, да, по времени. За два факультета цена двойная, конечно, ребят. За каждый факультет вы платите отдельно. Разумеется, я каждый факультет буду рассказывать, ребята, что вы хотите сказать. То есть моя работа ничего не стоит. Это на самом деле очень тяжелая работа для меня. Огромные знания, участие на факультете платно, разумеется. Как и в институте, если вы обучаетесь на разных факультетах, если вы сможете обучиться, конечно, вы отдельно за них платите. Программа учебная есть? Я не поняла. Программа не лишнюю базу пройти. А, учебная программа. Да, ребят, значит, программа примерно, вот я вам сейчас сказала, я вам обозначила практически заголовки всех лекций. Ну, практически всех. Там что-то добавится в процессе работы. Вот. Но сама вот график обучения, обозначение лекции будет готов в августе. В форуме я размещу. Возможно, в потоковом чате размещу, возможно, не в форуме. Вот, посмотрим. Размещу вот именно графики расписания. В принципе, в общем, да, всеобщее, основное известно. Базовое обучение, да, желательно, не обязательно новичкам. Я просто знаю, что мастера будут не заинтересованы, там будем такую базу. Хотя там будет психология, некоторые моменты, знаете, повторить не грех. Психология тоже очень важна, и для мастеров иногда вернуться вот к психологии, даже не вернуться, а проработать, и очень важно. Поэтому, ребят, у нас там будет профессиональный психолог читать лекции, так что приезжайте, у нас народ там будет очень интересный. Маг у нас будет профессиональные лекции читать. Потом папа у меня, он как духовный деятель больше, он духовный советник, я не знаю. Но он больше вот именно как духовный учитель. Я все-таки больше практического характера, духовный лидер. Вот тоже будет лекции читать. Так.
со скольки будет обучение, да, вот это я сказала, ответила примерно с 4-5 дня по московскому времени. Если только, ребята, я в этот момент буду не в Москве. Хотя, наверное, в первом полугодии в Москве буду, если по Москве будет. Второе полугодие могу быть не в Москве. Ну, там посмотрим. Я изначально подала заявку на космоправо, теперь думаю, на частотный факультет сможете ли вы просмотреть. А, ребята, смотрите, вот вы подали заявки, если я вас приняла, значит, вы можете уже на свое усмотрение факультет менять, не переживайте. Факультет у вас определится только после оплаты. Когда вы оплатите, скажете, я проплатил, буду на таком-то, таком-то факультете, грубо говоря. Вам выдаются ссылки, вам даются там пароли на этот факультет, и вы участвуете на этом факультете. Можете сменить. Дело в том, что я смотрю, не сколько вот вы мне конкретно к этому факультету подходите, я обычно все направление говорю. Там вот человек пишет, я хочу тот-то факультет, я ему говорю, вам вот подходит, допустим, другой факультет, но вы на свое усмотрение можете любой. Конечно, я не могу заставить, мне там неведомо все, допустим, вдруг у вас там какая-нибудь страсть к этому факультету. Поэтому есть предрасположенность вас к какому-то факультету, а есть ваш личностный выбор. Конечно, я даю все-таки приоритет вашему личностному выбору, и как вы лично захотите. Да, сейчас вот вы поступили, если я вас приняла, я вас обозначила как человека, там базовые вопросы, вы заметили, они такие же, там меняются только два последних вопроса факультета. Я чисто вот просматриваю там ваше соответствие факультетам. А так по базовым вопросам вы прошли, так что нормально, да. Можете, конечно, поменять. На обучение, ребята, до августа. Заявки подаем, но вообще желательно пораньше, чтобы вы были в курсе хотя бы вот нашего фестиваля в августе, потому что все лекции, которые там будут проходить, будут выкладываться. И вся информация, и мы будем выезжать туда, все-таки фестиваль устраивать, поэтому желательно пораньше. Ребят, пока же все равно с вас оплата не требуется, но хотя бы вы уж вступительные пройдите, вас уже зачислят, а дальше уже вы будете думать, как оплачивать, оплата с августа будет все равно. Ребят, каждый факультет, стоимость у меня, по-моему, там одинаковая, хотя, может, в некоторых меняется, я не помню, честно говоря, надо посмотреть по стоимости. Вот, каждый факультет стоит ту сумму, которая там указана. Я, наверное, факультет целительства, может, чуть подороже сделаю, там очень много информации. Но чуть-чуть позже цены определю конкретнее, но не, где-то не дороже 20 тысяч все равно. Вот факультет около где-то рядом 20 тысяч. Это первый семестр, второй семестр подешевле, в пределах 15 тысяч. Вот это пределы, 20 и 15. Там варьируется плюс-минус, там в зависимости от работы, от задачи, будет чуть-чуть меньше. А так вот, значит, да, за каждый факультет, ну вот плюс-минус, там, допустим, может, один факультет 18, другой там 20 стоит. Ну, вот так вот. Но все равно будет 20-21 семестр. Информация, ребята, очень действительно грандиозная. Подготовка серьезная, проработка будет кардинально. Работа очень тяжелая. Это стоит даже не таких денег. И это на самом деле вы такого обучения больше нигде не получите. Это точно. Так. Можно ли записаться на три факультета в разном статусе? А под Новый год, в зависимости от того, как получится изменить статус. А нет, ребята, статус определяйте сразу. Вот здесь не получится так, что я сейчас подумаю, я попытаюсь. Если вы хотите учеником, берите сразу потенциал ученика и прорабатывайтесь уже как ученик. И уже смотрите, уже работайте, потому что не так, что «Ой, я посмотрю, получится у меня нет». Ребят, это серьезная работа. Ученики – это люди, которые действительно хотят стать мастерами, работать с другими людьми. Это огромная ответственность. Это вам не абы-кабы, получится, не получится. Вы просто беретесь, и уже у вас должно получиться, понимаете, если вы хотите, если вы желаете. А вот это я не понял, я не знаю, я не уверен. Но, ребят, ну что это за мастерство? Ну вот вы хотите, чтобы к таким, как вы, обращались люди, понимаете, потом, которые я надумал, я передумал? Нет, это должно быть все. Стабильность, образ жизни, выбор. И тогда все-таки вы готовы заниматься, вы готовы пахать, если понадобится. Я готова даже отсталых принимать, кто отстает, там новички, новички, ради бога. Но если вы решили, и полной решимости, догоняйте, что вам мешает. Всего лишь надо больше заниматься, стараться и так далее. Плюс наши сборы будут проводиться специально, чтобы вам объединиться, пообщаться. Я буду стараться наших студентов проводить какие-нибудь студенческие там сборы, чтобы вы как-то там объединялись и так далее. То есть это очень важно, очень нужно. Так, ребят, сортировки, кто куда и кому на какой курс, я не сделаю, потому что мне сотнями людей пишут. Я одна, у меня плюс работа, плюс лекции, это просто невозможно. Вы тоже как-то не наглеете, немножко должны человеческий фактор учитывать. Ссылка на общий чат. Ребят, ссылка на общий чат дается только тем, кто поступил. Поэтому давайте я вам здесь ее не буду. Вы сначала поступите, вам Ольга, соответственно, вышлет с подтверждением поступления ссылку на общий чат.
Откройте свой Хогвартс. Распределение шляп. Распределяющая шляпа, ребят, ну, на самом деле это вы, как там говорилось в этом, как его, Гарри Поттере. Распределяющая шляпа, она определяет предрасположенность, но в итоге предпочтение дается выбору человека. Да, помните Гарри Поттер? Его в Слизерин определили, а он у Гриффиндора, по-моему, захотел сам. Вот так же тут. Я вас определяю, в принципе, сама, могу вас определить, но если вы хотите в другое, то это ваше право. Вы должны выбирать, куда вы хотите. Вот ваша распределяющая шляпа. Я вам все объяснила, дальше выбирайте. Думайте сами, решайте сами. Да? Так, ребят, в основном занятия по субботам будут проводиться, по воскресеньям, когда не успевать будем. Поэтому некоторые воскресенья. Ну, что поделаешь. Все равно я понимаю, что есть сменщики, но это меньшинство. Большинство все-таки работает по графику, поэтому будем постараться под большинство. Не в понедельник же я буду проводить. Все равно под смену не подгадаешь, под вашу никогда. Вот, видишь, как получится. На целительство сколько семестров будет? Также два. Также сначала теория, потом практика. Но целителей потом будет повышение квалификации. Возможно, я еще дополнительно буду. Но это на следующем году я уже подумаю, как возможно дополнительно буду проводить целителям. У нас в этом году в Америке я буду проводить онлайн-сессию по исцелению. Целителям желательно тоже на ней присутствовать. Практика, знаете что, вот те целители, которые хотят стать реальными мастерами или хотят стать мастерами моей школы, вот тут желательно, чтобы они участвовали на выездных мероприятиях, которые я буду периодически организовывать разные, где они будут практиковаться. Я на своих выездных мероприятиях буду организовывать студенческие там сборы различные дополнительно, и на этих студенческих сборах будете практиковаться, проверять работу сами на себе. Я буду, возможно, проверять у некоторых работу, и вот эти выездные сборы, они тоже будут платные, потому что это будет моя работа, но я постараюсь, как всегда, все по минимальному. Но, ребят, я вам сказала, хотите быть реальным мастером, вы должны научиться решать проблемы, у вас не должно быть проблем на ужасной жизни. Это большой показатель, потому что как практика, и будучи человеком опытным и имеющим большую практику, я вам могу сказать, что люди, имеющие большие проблемы в своей жизни, нерешаемые в итоге годами. Я понимаю, что мы все имеем проблемы, но это временный период. Допустим, у меня все проблемы временные. Они потом быстро решаются все и заканчиваются. А вот те, которые не решаются годами, в итоге реально страдает их работа. Я видела таких мастеров, и целителей, и магов. Это все отпечатывается на их работе. Это их стиль жизни, стиль воззрения. Они свою жизнь-то в руки не взяли, понимаете? И поэтому другим-то они помочь тоже не могут. Соответственно, я хочу профессиональных мастеров выпускать. Так что вот никаких жалоб, ой, выезжать, ой, там нам некогда и так далее. И это те, кто хотят быть мастерами. Те, кто попроще, конечно, вам это все не обязательно. Поэтому, ребята, для целителей будут выезды отдельные, практики, работы, переквалификации, для других тоже, кто захочет более круче развиться. Готовы собирать команды, если соберутся люди, частотников команды, боевых магов, дипломатов, политиканов, всех буду учить, собирать отдельные команды, чтобы вы командами целую работу над планетой проводили другими планетами, то есть ради бога. Но для этого база материальная должна быть, и это должен быть уже образ жизни, а не просто развлечение. Да? То есть, ну, вот так вот, как я объясняла. Ребят, описание нужно. Любое фото в свой рост. В полный рост, без фотошопа и без позирования. Как некоторые мне присылают там такие фотографии. Я, конечно, не против вашей красоты, ребят, но просто, когда вы позируете, затираете фотошопом, там образ фотографируется, а не ваша душа, а не ваше личность. Мне нужно вас поймать в такой обстановке непринужденной, где вы видны на фото. А вот это начинается позерство, там сразу как бы не настоящие, просто бутафоры немножко сложнее затираются многие качества. Вот почему. Так, насчет изменения факультета сказала, что возможно после подачи анкеты вас просто принимаем, факультет вы еще можете поменять. Так, если я получила опросный лист на один факультет, а сейчас понимаю, что нужно на два, нужно ли запрашивать еще один опросный лист? На второй факультет. Но только если с позиции вы хотите услышать мое распределение. Потому что если вас приняли, я вас принимаю. Как в качестве участника, да. В качестве ученика, ну да, заполните второй опросник. Лучше заполните опросники все, которые вы желаете поступить. А дальше вы выберете. Но не на все четыре желательно. Убедительная просьба, ребят, у меня столько писем. Я прошу все-таки не издеваться надо мной в такой степени. Потому что у меня никогда не заканчивается почта. Она всегда обновляется, я каждый день. Это мне тоже надо как-то жить, личной жизнью заниматься.
Вот вопрос мне задавали. Есть ли возрастные ограничения? Нет, ребята, никаких возрастных ограничений. Тысячи раз мне задавали. С чего вы взяли, что они вообще есть? Я вот то, что администратора себе молодую девушку на должность забрала, но это уж извините, все-таки с людьми надо работать. Это лицо компании, как говорится, лицо школы. Вот, там это магия важная. А здесь какая разница, какого возраста? Абсолютно любого, хоть вам 70 лет, хоть 80, хоть 90. Если вы желаете быть целителем, так вы тем более должны омолаживаться резко, молодеть и становиться молодым человеком. И вообще, на самом деле, можете прожить очень долго, это не имеет значения. Свои учителя беру любого возраста, мне не важно, любого пола и любых принадлежностей. Мне совершенно не важно, какие у вас аспекты. Главное, вы желаете развиваться. Вот единственное, не воспринимая стагнации. По мне, так старость – это когда вы останавливаетесь в жизни, в развитии, понимаете? Вот у меня родители, они в движении, куча планов, там миллиард покорения Вселенной вместе со мной идут. Вот у них все нормально, движуха идет. Так же у вас. Какой бы у вас возраст ни был, движение вперед, спасение Земли, работа в космических вопросах наравне с молодежью, работаем вместе ради Бога, понимаете? Я не говорю, чтобы постоянно там участвовали, везде бегали, но как-то вы, чтобы у вас жизнь текла, двигалась. Это, конечно, необходимо просто для того, чтобы вы были мастером, не забивали. А так нет, никаких, конечно, ограничений нет. Так, сколько стоит обучение на сайте? Вся информация по стоимости на сайте. Оплата начнется у нас с августа, поэтому резонно, что сейчас цены у меня указаны там. В принципе, такие цены, которые указаны, я так думаю, там и будут. Я вот единственное только уточню, материал подготовлю, мне по материалу будет понятнее. Бывает, знаете, у меня вот сейчас базовая информация, план готов, а материал начну готовить, и может выясниться, что там объем работы намного больше. Посмотрели вы уже анкеты? Да, ребят, я смотрю, но не все просмотрела. Сразу могу сказать, у меня очень-очень там много. Там, получается, часть анкет, у меня 100 анкет было уже, когда я была в Америке. Но в Америке я не стала их смотреть, я сейчас приехала, я вот сейчас вторым числом смотрю. Поэтому, ребят, если вам еще не пришло ответа, вам в любом случае придут ответ, а вам в любом случае ответят. Если пока еще не ответили, не посмотрел. Но, к сожалению, народу много, или, к счастью, наоборот, хорошо, наверное, много, чем больше, тем лучше. Работы много просто. Я, уж извините, долго, но я одна все это смотрю, с учетом всей почты и работы, которые у меня есть, поэтому, конечно. Вам ответят, как узнать, зачислены или нет. Ребят, вам ответят в любом случае. Никого вас игнорировать не будем. Мы все смотрим, а все проверяем, все отвечаем. Если все нравится, что делать? Ребят, ну если все нравится, можно, допустим, участником быть в нескольких факультетов, а в одном ученику. Допустим, ученик все-таки, вы хотите профессионально в этой сфере работать. Как правило, но редко, когда человек хочет профессионально работать более чем в одной сфере. Но он хочет дополнительно совмещать, там может быть, ну, две сферы. Но во всех четырех вы все равно не будете как профессионал себя подавать. А вот теоретически вам будет интересно, конечно же, все это изучить, все четыре сферы. Ради бога, участником можете быть, конечно. Шаманы бывают женщины. Да полно-полно женщин-шаманов. Пачками просто. Даже известные, почему нет. Можно пойти учеником и закончить мастером. Нет, ребят, вы закончите мастером в смысле для работы с другими людьми. Я вас все равно обозначу как мастер. Я когда вам буду выдавать ваши дипломы, вы будете числиться как мастер. Но здесь я имею в виду мастер не название мастер, а уровень. Уровень мастер, который обучается, это люди, которые уже телепатически общаются, которые уже профессионалы, там уже все на тонких энергиях, в тонких планах, сами там на контакте со всеми разговаривают. Они меня понимают, но понимают меня совершенно иначе, чем вы. Это вы меня слушаете, мои слова. Они могут уже видеть моих покровителей, видеть, с кем я общаюсь, знать, что я себя представляю. То есть они уже общаются со мной на внетелесном уровне. Вот с такими мастерами я им буду делать посвящение. Я их буду, ну, по профессиональному уровню как того требуется, потому что я знаю, что они обратились ко мне совершенно немножко за другим. Они обратились ко мне не за совсем за теорией. Теория, конечно, тоже интересна, полезно повторить всегда. Никогда не вредно бывает. Но они обратились больше за получением потока информации, потока энергии, потока знаний. Для них я буду закладывать знания, связывать их с различными покровителями, с энергиями, обучение в университетах космических, астральных им устраивать, договариваться там со своими связями, чтобы их души обучали там через другое пространство. И посвящение, значит, мы будем решать с определенными силами, чтобы им устраивали посвящение. То есть они получат готовый навык сразу, прокачанный, закачанный в них, а не вот теоретическую обучающую работу.
работу. В принципе, я буду это проводить практически для всех, но для них это будет срабатывать, для всех это будет срабатывать по мере готовности. То есть, если у ученика у вас есть задатки, оно для вас тоже сработает. То есть, я это буду публично при всех проводить, при всей группе. Ну, на обучении в втором семестре, конечно, отдельно, только те, кто будет участвовать в втором семестре. Но, тем не менее, они получат, конечно, больше дозы основных посвящений. И дальше с ними они будут работать сами, со своим покровителем, со своими силами. Может, не будут выходить вот именно конкретно на меня, на мои работы. Но с мастерами вот именно такая работа. Вот в чем разница. А так вы будете мастера все равно для работы с людьми, потому что, когда вы с людьми будете работать, вы, конечно, должны позиционировать себя как мастер. Вы же не скажете, я ученик. Вы скажете, я вот мастер по такой-то специальности, готов с вами работать. У меня диплом, все. Вот. Вы покажете. Если учаясь участниками, если возникнет желание перейти в ученики, возможно ли будет? Но я ответила раньше, что, ребята, нет. Там есть парочку лиц, которых я заранее им сказала, что они на учеников хотят. Я им сказала, что пока я вас беру на участников, а насчет учеников я посмотрю в конце декабря, значит, пришлете мне свои фотографии, проработаете ли вы какие-то проблемные зоны. Там есть люди, у которых есть проблемные аспекты, я бы их сначала не допустила для работы с людьми, с другими, пока они их себе не проработают. А вот если вы решили изначально участник, и типа вам было просто интересно, а потом вдруг захотели, но это некорректно. Еще раз повторяюсь, это неправильная позиция по жизни, и здесь, конечно, мастером не стать. Так, значит, эфирная хирургия. Сейчас я не все, ребят, вопросы буду читать, потому что все равно не успею, хотя бы некоторые. Эфирная хирургия. Будете ли привлекать инопланетные технологии инопланетян? Нет, ни в коем случае. Эфирная хирургия – это работа через энергии Земли, через духов. Это, по сути, шаманизм. Там не привлекаются инопланетные энергии. Инопланетные энергии привлекаются при работе с мозгом. Исключительно инопланетяне работают у нас. Потоковое целительство иногда, но там врожденный должен быть инопланетянин. Я не знаю, что у нас еще, где прям априори инопланетянин. В космоправе понятное дело, что инопланетяне привлекаются. Есть направления, где вот обязательно они привлекаются, но здесь нет, через земные энергии это делается абсолютно. Исключительно это шаманизм. Непонятно, куда себя отнести, к ученику или к мастеру. Критерии я вам объяснила, ребят, по какому критерию. Выбирайте сами, как вы хотите на самом деле, как вы себя чувствуете. Но в любом случае ученик мастером может быть, потому что я буду проводить параллельно эти работы. Он будет обучаться как ученик, и параллельно на телепатическом уровне его будут обучать как мастер. Единственное, это будет сложнее, нагрузка больше энергетическая. Но если вы готовы это перенести, ради бога, можете взять большой объем работы и вытащить его. Запись этого вебинара будет выложена в Ютубе. Все, я это сообщала, так что все будет нормально. Так, значит, участие возможно. Это все я сказала, это я сказала. Это я говорила. Обучение онлайн будет проходить, я тоже вам сказала. Нет, ребята, если фото послано, уже можете не переписать. Я, конечно, смотрю и такие фотографии, но желательно в полный рост. 3-6 августа. Ребята, поездка 3-6 августа. Сначала давайте вступительно пройдем, все равно какой-то месяц. Ну, вот до конца апреля я более-менее с вами разгребу ваши письма. Заходите все в чат и давайте в чате договариваться. Потому что там нужно вносить уже оплату за базу, ну, хоть какую-то сумму. Если мы арендуем базу на несколько человек, там хотя бы на 20-30, база требует сразу предоплаты. Вот, поскольку бесплатные мероприятия, никто, соответственно, не платит, все за свой счет, но нам нужно заранее это как-то организоваться уж. И хотя бы какую-то предоплату внести, потом дальше можем на месте уже все платить, ну, там по какой-то сумме. Вот, потому что Алтай такое место, там действительно уже в мае все забито будет практически, нам даже сейчас там будет мало мест, но надо торопиться.
Так, все бесплатные мероприятия у меня описаны на сайте, лекции бесплатные у меня миллиард, обучайтесь, ради бога, в интернете, на ютубе очень много. Но, разумеется, профессиональное обучение, ребят, ну где вы видели бесплатно? Но все-таки как-то мозги включайте, я работаю, такой труд вкладываю, я столько пашу, как лошадь, но, а вы не хотите пахать взамен, понимаете? Это такое интересное, потому что деньги, заработок, это тоже своего рода, там надо накопить, там не все могут заплатить, кто-то копит, но вы все равно вкладываете своим потом трудом, надо трудиться всегда. Без труда не вынешь рыбку из труда. Вы как думаете? Ну, давайте вот эту вот халяву, конечно, выбрасывать. Это даже некрасиво, неуважительно вообще по отношению к моей работе, такой грандиозной. Заниматься бизнесом и стать мастером – это реально? Ну, я думаю, это можно совместить. Если вы берете алхимию реальности, так вообще. Алхимия реальности привлечения желаемого. Как бизнесмен вы можете партнерство выстраивать, построение бизнеса. Но это, конечно, мелкий вариант, можно покрупнее. Если это как-то совместить, можно вообще там целую сеть международную сделать. Но единственное, я вас прошу, если вы уж в эзотерику лезете и лезете в мою школу, то ваш бизнес в идеале, может, не сейчас, а потом должен приносить благо человечеству, а не просто бесполезная какая-то фигня, которую все пичкают, которой так полно. Все-таки, если уж вы будете обладать определенной силой, определенной магией, то будьте добры дань обществу внести какую-то и что-то для человечества сделать. И если уж хотите развить бизнес круто до международных филиалов, то пусть это будет очень важный, нужный, необходимый бизнес, который будет давать людям возможности, шансы, помогать. Ну, хотя бы мы вместе изменим мир к лучшему, понимаете, а не просто так я колдун, повелитель прерий и наколдовал себе денег. Ну, это скучно, в конце концов. Прошлый век уже. Так, ну все, ребята, основные, в принципе, вопросы мои повторяются, то же самое или не по теме, ребят, не буду сейчас отвечать, я, честно говоря, очень устала, потому что все-таки объем материала большой, вы должны заметить, давайте мы как-то делить с вами будем, я буду проводить все равно много вот таких платных, недорогих мероприятий, я еще раз повторюсь, у меня все мероприятия по разной цене, да, я специально для всех уровней людей даю возможности, для тех, кто не имеет возможности, не желает пока платить, допустим, по какой-то причине, бесплатных материалов куча, но бардак, разбирайтесь, вкладывайтесь, трудитесь там, разбирайтесь. Соответственно, для тех, кто имеет деньги там, но не такого большого формата там или не хочет, опять же, вкладываться, у меня есть мероприятия недорогие, частные, но там тоже я провожу работы. И для тех, кто серьезно хочет заниматься и как-то уже готов накопить и вложиться, вот уже серьезное обучение, там эта плата чуть побольше. То есть я шансы, возможности для всех даю, всем в разных вариантах, очень грамотно и с мозгами причем подхожу к делу. Да. Вот, ну и записывайтесь, давайте собирайтесь быстрее в чате, будем с вами болтать, общаться, что-нибудь там придумывать. Потом студенческий сбор у нас вам будет, сняры студентов, вы что, вы же студенты теперь будете, у вас заново студенческая жизнь, там не знаю, кто у вас там, кто взрослый, на старшее поколение, да? Заново студенты, познайте студенческую жизнь, будем организовываться, собираться, я буду стараться что-то все равно проводить, повышение квалификации, я буду вас выводить как птенчиков на новый заработок, буду вам обеспечивать все равно какую-то базовую рекламу вам обеспечу от школы, это уже какой-то потенциал клиентов. То есть я с вами даже делиться клиентами буду. Поэтому, ребята, на базовом уровне все-таки вы должны как-то постараться определиться, уж чего вы хотите, уж сами думайте, решайте сами. И встретимся с вами дальше уже в нашем чате, потом на фестивале с приглашенными мастерами и потом уже на обучении.